Там, если сзади слишком далеко, то здесь можно поближе сесть. Вот на полу, на ковриках. Если ты хочешь, может, сюда место есть. Так. Здесь сюда можно садиться. Здесь есть скамеечки еще. Скамеечки, скамеечки, скамеечки есть. Я в Кавказе первый раз, благодаря Жирабу с Томой мы с вами встретились здесь. Такие встречи я провожу уже достаточно давно. На Востоке это называют словом сатсанг. И сегодня это, ну, я попробую, чтобы вы немножко для себя поняли, в чем процесс заключается сатсанга, потому что это отличается от лекции или даже просто от беседы. Те, кто, ну, некоторые из вас с восточной традицией знакомы, и слово сатсанг, оно для вас может быть известно. На Востоке сатсанг дословно переводится как встреча с истиной. Вот это по-разному еще интерпретируют, но по сути это, как правило, собрание людей, которые занимаются исследованием базовых принципов существования. То есть, что есть я, что есть жизнь, что есть Бог, да, есть ли он, что это за явление. То есть, такие собрания, они в разных традициях всегда происходили, присутствовали и в разных религиях. Но, скажем, в индуистской традиции для такого собрания людей, которое посвящалось вопросам самоисследования, исследования истины, использовали слово сатсанг. И, собственно, сегодня такой день, ну, может быть, знакомства, мы с вами знакомимся, но для меня, помимо того, что, можно сказать, вы знакомитесь со мной, я еще постараюсь вас знакомить с вами же. Вот, то есть, собственно, это функция моя, это немножко познакомить вас с самими собой более, может быть, глубоко, более базово, да, более сакрально. Потому что вот эти вопросы, которые в детстве каждый ребенок практически задает, откуда я взялся, да, откуда я пришел, кто я, что есть эта жизнь,
они, по сути, для каждого из нас остаются без таких базовых ответов. То есть общество нам дает какие-то концепции относительно этих вопросов. Но, как правило, они поверхностны, потому что общество само некомпетентно. То есть очень мало людей, которые знают ответы на эти вопросы по-настоящему. Они просто какие-то штампы договоренные. А людей, которые провели какое-то глубокое исследование жизни и получили ответы на этот вопрос, кто такой я, да, что есть жизнь, таких людей немного. Поэтому мы получаем, как правило, в детстве ответы, которые не являются подлинными. Но в дальнейшем вообще вся наша жизнь строится на вот этой вот основе. То есть основе, которая не соотносится с реальностью. И, скажем, если говорить о психологической такой драме жизни, да, психологических сложностях, о психологическом процессе, то основная проблематика лежит как раз в том, что вот эти базовые ответы, они не были получены в детстве, по-настоящему, настоящие ответы. То есть они были заменены сублимацией, подделкой. И, на мой взгляд, пока эти ответы не получат своего настоящего, вопрос своего настоящего разрешения, психологические сложности и конфликты будут начать жить всю жизнь нашу. Поэтому, знаете, попробуем вместе, может быть, вот эти моменты исследовать, посмотреть на них. И частью такого процесса на Востоке является диалог, беседа. То есть, когда поднимаются вопросы, касающиеся, скажем, практики, духовной практики, психологические вопросы, религиозные вопросы. И они исследуются совместно. То есть, когда мы вместе пытаемся их рассмотреть. В таких беседах используется такой элемент, как внимание. То есть, не только интеллектуальный подход, да, концепции, а элемент внимания, когда ваше внимание может следовать за мыслью, за словом. Вот этим процессом отличается от лекции, потому что лекция обычно она информативна, то есть она просто концептуальна. Сатсангом подразумевает участие вашего внимания, то есть ваше внимание, ваша способность воспринимать и видеть какие-то явления внутреннего порядка, психического порядка. Ну, может быть, этот процесс немножко новый для вас будет, но мы можем вместе вот это пробовать. Вот. Если есть какие-то еще, помимо этого, вопросы, связанные со мной, то я на них тоже постараюсь ответить. Если есть вопросы, связанные с вами, да, вот, относительно вас, то, что касается вашего процесса, может быть, внутреннего поиска, то мы их можем рассмотреть. Да? То есть эти вопросы, они могут быть очень однообразны. Но в любом случае, в режиме диалога нам будет легче взаимодействовать, потому что будет понятно, область ваших интересов. Поэтому я предлагаю, если есть вопросы, их задавать. Вставать нужно? Ну, как хотите. Просто громко говорите, чтобы слышно было вопрос. Да. Ну, вот у меня вопрос такой. Какой концепции Бога вы придерживаетесь? Имперсонально или персонально? То есть для вас персона Бог или это безличностно? Собственно, в последнее время я не придерживаюсь концепции, потому что она не кормит концепция. Не греет душу, скажем так. То есть можно иметь можно три концепции. Это концепция того, что Бога вообще нету,
Да, это как выпуск, как идея такая. Можно иметь идею, что он есть, и он есть некоторая персона, и можно иметь идею. Uh-huh. Собственно, все три концепции — это просто умозаключение. То есть нет мысли, движение мысли. И понятно, что изначально мы всегда начинаем с концепции обычно, то есть какой-то идеи. Но вот если мы практикуем, но если мы действительно хотим найти суть, да, вот, что стоит за этой концепцией, то концепция — это только стартовая точка, можно так сказать. То есть мы еще должны начать, но по сути я должен или подтвердить эту концепцию путем исследования, да, жизни, или как бы не подтвердить ее. И, собственно, ну, как бы для меня вот это время концепции, оно, ну, как бы закончилось. Я их имел всякие разные. Вот, и я их исследовал. То есть, вот, собственно, чем отличается философия от религии, может быть, религиозность, да, что философия, она играет концепциями. А религия, она, ну, поздняя религия, она старается все-таки пойти за концепцию, то есть, ну, найти ее подтверждение или опровержение, то есть путем опыта, да, уже какого-то внутреннего опыта. Это выглядит скорее то, что, ну, можно назвать Богом, да, или жизнью, истиной, это, ну, скорее просто это все включено. И концепция, и сама жизнь. То есть это есть Бог, и используя слово персональное и непрофессиональное, здесь сложно. Потому что, с одной стороны, для меня это, ну, как, безусловно, это живое, да, то есть Бог, он живой, да, живой. Это чувство «я живой», «я существую», да, это слово, логос, это оно появляется. И в этом смысле можно сказать, что поскольку чувство сознательного присутствия, чувство жизни, да, оно идет от Бога, то здесь есть некая персональность, переживание «я существую», да. Но вот «я существую как кто-то», да, то есть, потому что есть два аспекта. «Я существую», да, это одно чувство, а потом «я определяюсь, кто я». Второй вопрос, значит, «я человек», там, «я животное», да, то есть «я отделен от чего-то», это «я», это «не я». Да, это дальше уже идет некоторая концепция, то есть я себя с чем-то отождествляю, идентифицирую. И вот эти два аспекта, аспект, когда я существую еще до того, как я определился как кто-то, да, то есть просто я существую, но я еще не знаю, кто я. Это состояние, как ребенок, что приходит в этот мир. Он еще не знает, кто он, но он уже знает о том, что он существует. И потом ему надо определиться, то есть ему надо, вот это чувство существует, но надо куда-то прикрепить, оно не может висеть в воздухе просто всю жизнь. То есть мы должны от лица кого-то здесь жить. И, соответственно, мы создаем какой-то образ себя, то есть мы... Нам объясняют, кто мы. То есть общество нам объясняет, кто мы, родители нам объясняют, кто мы. То есть, потому что ребенок, как сознание, как чистый лист, оно еще как бы не самоопределилось. Общество это знает, и когда ребенок рождается, общество знает, что ребенка надо определить каким-то образом. Чтобы он стал частью общества. Ну, частью. То есть оно уже знает, кто он? Ну, примерно. Оно знает, кем оно хочет, чтобы он был. Да. И оно им пытается это, ну, как бы объяснить или навязать. Да? Такие зеркала предоставить, где он себя увидит именно тем, чем хочет общество. Да. Ну, как правило, в любом случае, не понять, мы же такие существа, что мы все-таки всегда решаем свои какие-то интересы. И через ребенка тоже. То есть я всегда в ребенке хочу видеть кого-то. Ну, понятно, что я ему желаю вроде бы как бы лучшего, но это лучше, оно входит в концепцию и того, что мне хочется от него. И, соответственно, так сознание определяется. Но чистое сознание, первичное сознание, оно не определено. Да? И в этом плане можно сказать, что оно безличностно. Оно еще не стало личностью. Но оно уже живое. Да? Вот эта вот жизнь, которая еще не стала чем-то, вот это вот первое качество, оно наиболее чистое. Потому что это как лист бумаги. Если он чистый, то на нем можно писать. Да? То есть чистый лист.
о нем можно писать. И вот когда на чистом сознании что-то пишется, то возникает такой элемент, как отождествление. То есть сознание верит, то есть ребенок верит тому, что вы говорите о нем. То есть он не критичен, он полностью доверяет взрослым, скажем, да, он верит. Если ему говорят, что если он родился в христианском обществе, да, и ему говорят, что вот Бог это Христос, и что молиться надо вот так-то и так-то, вот есть там Христова молитва, и он как бы ему нечем критически относиться к этому. Какого лучше, как он потом будет делать. Да, если он родился в мусульманском обществе, то ему говорят, что Бог называют Бога Аллаха. Вот, и молиться надо вот так. И он с этим ничего сделать не может, потому что он верит. То есть он не может отказаться от этого. То есть он чист. Так вот, что называется медитация на Востоке? Эта медитация, она немного отличается от того, как мы привыкли относиться к религии. Что на Востоке как раз усилие общества, определенной части общества, было в том, чтобы научить сознание ребенка оставаться таким чистым, как оно изначально было. То есть не принимать никакие догмы. Использовать какие-то информационные концепции, для жизни мы используем. Но всегда не забывать вот эту первичную чистоту. Изначально я сюда пришел как чистый лист, и я не был ни христианином, ни мусульманином, там, ни буддистом, да, я просто был присутствием, чистым присутствием. А потом на нем начали что-то писать. Вот если на мне что-то пишут, а я при этом не теряю осознавание этого чистого состояния, да, значит, я нахожусь в качестве медитации. Мое сознание остается чистым, девственным. Слово девственность используется иногда. Невинным. Хотя на нем пишется. И вот это похоже, если брать аналогии современные, как экран компьютера. То есть мы на нем пишем что-то, потом берите, нажали кнопку, и все обнулилось. Опять чистый экран. То есть он как бы, мы через него много информации прогоняем, может пройти сотни кадров через экран, но он остается экраном чистым, он не затронут. И поэтому можно на нем фильмы показывать. Да, на листе бумаги только одна фотография, все. И он на нем уже ничего не напишет больше. Это обычное сознание, обычного человека, оно часто как фотография. То есть вот что написали в детстве. И потом сверху этого можно что-то еще писать, но получается тогда такое вот нагромождение. То есть, и чем больше, вот если мы нанесли бумаги одну картину, потом другую третью, то получается хаос просто. Да? Потому что мы не обнуляем, а просто накладываем. Это, если мы не способны обнуляться, сознание не может обнуляться, то моя жизнь превращается в хаос. Потому что один человек одну информацию положил, потом что другой человек, он дал другую концепцию, третью, и все это накладывается. Я все это каплю, потом это все входит в противоречие, потому что это как бы разные совершенно вещи. И за всем этим я теряю вот это чувство вот этой чистоты своей, что изначально я был никем, и я чист был. И вот это чистое сознание, оно чем уникально? Оно несет конфликт в себе. То есть ребенок не конфликт психологический. У него могут быть физические проблемы, может быть голодным, мерзнуть. Но у нее психологического конфликта, драмы. Стресса нет, да? То есть, мы приходим к тому, что мы постепенно накапливаем стресс, напряжение психологическое, и накапливаем чувство конфликта там, с миром, с собой. Это вот способность не накапливать стресс и обнулять вот эти информационные кадры, да, то есть я могу какую-то информацию просмотреть, да, мне что-то говорят, и я это просматриваю, я это использую, но потом я остаюсь опять чистым. Ну, вот качество. Вот это качество можно назвать безличностным. Да? Потому что, но на эту безличность накладывается какой-то личностный аспект. Для чего? Потому что мы социальные существа. То есть как и социальная единица, социальная, я все равно кто-то. Да? Если я прихожу на работу, я не могу сказать, что я никто и ты никто. Да? То есть, у нас какая-то субординация должна быть, иначе мы просто работать не сможем. Мы с вами можем сказать, какие социальные структуры здесь. То есть, здесь я начальник, там, здесь я муж, здесь я сын. И я в этом могу поиграть. Но если это заигрываешь, то есть я забываю, да, что я пришел никем, а уйду никем. То есть как моя здесь как бы базовое состояние, оно все-таки безличностное. Но там 70-80 лет я играю какие-то роли здесь. Зачем? Зачем? Можно не играть, но тогда надо где-то жить одному, в лесу совсем. Просто... В лесу тоже надо играть роль. Или кого-то, если там общаешься с животными, все какое-то роли играет. Конечно. Охотника или. Охотника. Конечно. Но это роли они такие, они чисто больше энергетические. А мы еще играем социальные роли. Мы можем договориться. А сегодня я начальник, а завтра ты начальник. Да? То есть мы можем договориться. Вот с животными
договорить сложно, потому что у них нет концепта, даже этого мышления. И мы для чего мы это делаем? Мы в какой-то степени это дает нам некоторый объем жизни, потому что мы создали тысячи вариаций жизни. Это животные, они живут очень просто. У них есть стая, да, там очень, но роль очень ограничена. И все это, роль определяется в основном как бы на силовом факторе. Если как бы сила есть, это вожак, нет, то уже не вожак. А у нас, поскольку мы стали еще интеллектуальны, и мы создали очень много ролей, которые в животном мире просто существуют. Допустим, чиновник. Да. То есть нет такой роли. Вот у нас есть или политик там, да, который. Но это часть жизни. Вопрос просто заигрываюсь я, да, как бы, в эти роли. То есть забываю ли я себя как то, что не ролевое, вот в этих ролях. Если я не забываю, то роль проблем не составляет. Я просто не могу наслаждаться. Это просто многообразие. Цель у этого есть? Процесс цели? Цель мы можем придумать. Цель. Что, если говорить о целях, то мы их придумываем. А изначальная цель? Изначальная. У кого? Вот этого чистого листа, который пришел, чтобы на нем что-то писать. А мне нравится, это тоже можно разные концепции, да, вот создавать относительно этого. Вот все мы придумываем. Даже цели, да, мы сейчас можем придумать. Мы сейчас, да, какая цель? И поэтому можно выбрать ту концепцию относительно цели, которая нравится. Вот мне нравится цель, как бы Лилы, у вас игра, что Бог наслаждается. То есть он проявляет себя как множественность, да, и для чего? Для того, чтобы наслаждаться этим. Потому что это интересно. Но если он себя забывает в этой множественности, да, то есть он забыл, кто он. Бог это я или он? Вот. Это вот вопрос, который надо исследовать. Потому что, смотрите, чувство я существую, да, это не концепт, это моя реальность. Бог, допустим, может быть моей концепцией, идеей. Есть какой-то Бог, да, который меня создал, или который где-то там находится. И это просто моя идея. Если у меня с ним нет общения, то да. Да. Если нет общения с ним, то да. А когда ты с ним появляется общение, он перестает быть концепцией. В общем, да. Когда появляется общение, скажем, вот я с вами общаюсь, да, и можно сказать, что вы для меня не просто идея, да, вот вы человек, это дает мне какую-то обратную связь, то есть вы мое переживание, объект. Да. А в любом случае, вы для меня, это объект. То есть я вас вижу как объект, а я для вас объект. А вы, которые меня видите, вы субъект. То есть вы видящий, да, то есть я, первое лицо, я. А я для вас, то он. Вот даже если Бог здесь появится, на следующий будет сидеть некто, да, и скажет, вот это вот Бог. То есть равно такой Бог для вас будет третьим лицом, он. А вы будете я, первое лицо. Да? Я вижу Бога. Да, Бог это объект, а я это видящий Бога. Поэтому вы всегда субъект для себя. Вы всегда первое лицо «я». И это тот «я» – первое лицо. Да? Можно тоже сказать, может быть, это божественно, да? Может, это Бог через вас видит. То есть я Бог, который видит мир. Да? То есть я Бог, видящий мир, как «я» – первое лицо. Потому что любой другой Бог, он будет третьим лицом, объектом. И соответственно, здесь вот скорее важно не то, что есть ну, как бы Бог и я, да, а более важно, если объект и субъект. То есть весь мир для меня объективизация, это объекты. Одни объекты называют живыми, как люди, да, собаки, там, птицы. Другие объекты это, ну, как бы, конечно, неживыми, да, это тоже объект. Я его тоже вижу, но я говорю, что это неживой. И по сути, вообще моя жизнь, то есть, как я, когда здесь этот мир для меня возникает, да, я начинаю видеть этот мир. Он для меня объективизация, это объекты. Одни объекты проявляются активно, скажем, они разговаривают со мной, действуют. Я с вами разговариваю, но я объект для вас. Который говорит с вами, да, о чем-то. А чувство «я существую», оно всегда вот, как бы, переживается вами от первого лица. «Я существую». И тогда вот этот вопрос, кто такой, что это за «я», которое переживает «я существую» во мне, да? Кто это переживает? Я говорю, что это «я». Но это иногда, скажем, мистики, которые исследовали, да, вот вопрос Бога, если говорить о Боге, они исследуют, это я, которое переживает существование во мне, как ну, в теле. Может быть, это и есть то, что называют Богом, да? Может, это божественное я. То есть, я как Бог переживает. Но ну, если он себя отождествляет с телом, да, то он собственно человеком. То есть, допустим, я существую, да, и дальше говорю, я это тело.
И тогда получается, что я существую как человек, то есть я есть человек. Если это человек убывает, то просто я есть остается, да, вот в теле. То есть я существую, чувствую. А дальше, если кто существует, да, то есть кто? Это вот вопрос. Кто-то занимается вот, на Востоке оповечает, называют, самоисследователь. Кто я как существование в теле? И вот это важно понять, что если говорить о Боге или об истине, это всегда будет или третье лицо, то есть объективизация. Да, вот я ищу Бог как объект. Ну, в пространстве во времени. То есть там. И если его могу найти как объект, он всегда будет объектом. Или я ищу Бога как субъективность, да, как то, что дало жизнь, вот чувство жизни, откуда у меня это чувство жизни, это я живой, да, это может быть его все-таки, вот он. Да тут я исследую, да, то есть это можно исследовать. Ну, вот, это так, просто ну, небольшое указание, да, как бы на какие-то моменты. Небольшое указание. Вот у вас был вопрос. Да, у меня вопрос. Для тех, кто не может заниматься постоянно, кто занят всеми, вот есть какие-то основные правила, чтобы вот свой остаться чистым местом по возможности? По сути, посмотрите, я же тоже, вот, когда мы говорим о постоянном да, занятии, есть, вот, тоже очень интересно, есть два аспекта того, что понимают под словом практика. Один аспект это событийный, то есть когда я что-то делаю физически, называю это практикой, ну йогу, допустим, да, комплекс упражнений. И понятно, что вот такого рода практику я не могу делать постоянно. Если я хочу делать, ну скажем, много времени, мне надо уйти в монашество, ну, в ашрам, там, в монастырь. И то там есть какие-то, ну, у меня обязанности будут. Люди, которые, ну так, никогда не были в ашрамах, в монастырях, они думают, что там люди только медитируют целый день. Но им еще есть что-то надо, содержать монастырь и так далее, там какие-то свои. И там тоже возникает, там мини-социум возникает, да, то есть там такие же обязанности, такие же. Единственное, что там, может быть, это вот так распределяется, чтобы времени все-таки больше оставалось для практики. Формально. Это называется формальная практика. И, скажем, если говорить о формальной практике, то у каждого человека нету 24 часа времени, чтобы ей заниматься формально. То есть есть еще другие какие-то моменты. Но есть практика, которая называется ну, как бы, внутренняя практика. Вот ей можно заниматься вне контекста того, чем вы занимаетесь внешне. Ведь чистый лист, когда вы чистым листом остаетесь, это не значит, что вы делаете что-то конкретно. Это значит, что то, что вы делаете, да, вот, что бы вы ни делали, оно не заставляет вас забыть, кто вы на самом деле внутри этого процесса делания. Да? То есть, вот этот процесс, когда вы не определены тем, что вы делаете. То есть вы это делаете. Но вы с этой ролью, да, которую вы играете, не сливаетесь полностью, психологически не сливаетесь полностью. И вот это вот и значит оставаться чистым листом. То есть когда процесс действия не полностью вас определяет как то, что вы о себе думаете. Или когда процесс мышления вас не полностью определяет. Да, то есть, вот, это свобода от запрограммированности действием и мышлением, да, это и есть способность быть медитативным и быть чистым листом. Вы можете думать, вы можете быть бухгалтером, да, занимать счетом каким-то. Это ваша функция, это не вы. Вы не бухгалтер. Да, это ваша работа. Вы выполняете работу бухгалтера. Даже вы можете быть матерью, да, ну, как бы, и вы выполняете определенную функцию, которую ну, мать выполняет на свете ребенка. Но внутри вас есть нечто, что не зависит от того, есть у вас ребенок или нет. Потому что вы же были до того, как вы стали матерью, да? То есть вы были как жизнь до этого. Поэтому, когда ребенок рождается, то у вас появляется новая функция. Да? Функция матери. Но то внутри вас, что было до рождения ребенка, оно неизменно осталось. Это неизменность, надо не забывать. Что вот это есть чистое есть. Да, то есть некоторое неизменное чувство присутствия, которое у вас всегда было, в детстве, во взрослом, и какой бы вы функции в обществе не занимались, чем бы не занимались, это пространство, оно не меняется. Вот это надо просто заметить. Что у вас тело может меняться, у вас идеология меняется в течение жизни.
Но чувство присутствия, чувство «я существую», вот ваше первичное переживание «я живой», оно неизменно. Это вот неизменность, это есть чистый лист, который просто наше внимание, оно его теряет, пускает из виду. Почему? Мы слишком поглощены изменениями. То есть, знаете, в большинстве случаев что происходит? Наше внимание постоянно поглощено процессом того, что здесь происходит, событиями. Событиями или внешними, или внутренними, эмоциональными, мышлением и эмоциями. Но все это происходит на фоне чистого листа, листа присутствия. Это когда я начинаю этот лист замечать, я понимаю, что бы на нем ни писали на сознание, оно остается таким же, каким и было. Но надписи могут быть любые. Роли любые. Это вот и есть способность, вот, если говорить о ситуации, да, вот, невозможности, скажем, выделить время для формальной практики. Делать это неформально. Это работает. Но вы должны посмотреть, будет ли это в вашем случае работать. Это уже вопрос вашего опыта. Потому что, скажем, в моем случае, я же не уходил в монастырь, да? Но в моем случае это работало. То есть мне удалось в контексте, ну, такой обычной жизни какой-то, не монастырской, скажем, искать в себе вот эту часть, которая неизменная, ну, как бы сакральная, и удерживать ее. И мне это получилось, собственно. Получалось, да, и потом это стало как, без усилий. То есть я не прикладывал усилий, чтобы ее не терять. Сначала это были какие-то усилия внутренние, психологические. Но это всегда у каждого человека он пробует. Получается, не получается. То есть нужно сначала понять, что это такое, что значит найти, вот, вкус почувствовать. Вот, почувствовать вкус медитации. А потом посмотреть, могу ли этот вкус удерживать в контексте, ну, повседневной жизни. Если не могу, тогда для меня, ну, иногда желательно какие-то вот, периоды уединения. То, чтобы всегда это было вот, на Востоке традиционно, что вы там неделю или месяц уделяете только себе. Да? То есть вы оставляете семью, оставляете какие-то дела, у вас отпуск, допустим. Да? И вы этот отпуск посвящаете не дискотекам, где Шарм-эль-Шейхе, да? А вы посвящаете его медитации, да? То есть вот, исследованию, то есть погружению в себя. Это многие люди там отпуска проводят просто в монастырях. Там, они приезжают в монастыри и в монастыре вот, месяц проводят вот, в молитве, скажем, с сердцами. Вот. И это часто помогает. Какие-то группы, вот, когда вы там, ну, хотя бы выходные выделяете, да, для этого процесса. И пробуете немножко в нем как-то освоиться. Потому что, чтобы молиться, да, надо этот вкус почувствовать. То есть, что такое молитва? Это не просто слово, да, это какое-то состояние, качество. Но где я могу этому научиться? Только у людей, которые действительно молятся в молитве. Я же должен это увидеть в ком-то. Почему люди шли к святым, да, к мистикам раньше? Потому что мне надо понять, что это за явление. Мы читаем в книге слово «медитация», ну и что? Ну, медитация. А дальше я сел, глаза закрыл, думаю, ну, наверное, вот это и есть медитация. Ну, то есть, мне нету как бы критерия. У нас обычно как в жизни происходит? Мы сначала получаем опыт, да, как дети вот маленькие, а потом нам этот опыт называют каким-то словом. Да, он плачет, вот это слезы. Там он смеется, ребенок, это смех. То есть сначала есть переживание, а потом есть уже ярлык. А с медитацией у нас, с такими внутренними, более тонкими моментами, у нас часто наоборот. То есть сначала есть слово, да, молитва, да? Но у меня не было опыта молитвы. Просто есть слово. Есть слово Бог. И что мне с ним делать, с этим словом? Да. Как мне молиться? То есть мне нужно, чтобы хотя бы я этот вкус где-то смог найти. Этот вкус невовлеченности, да, вкус как бы, медитации, вкус молитвы, вкус созерцательности. Поэтому я ищу людей, которые могли бы мне вот, за этим словом, чтобы они показали что, явление, а не просто слово. А потом, когда я вижу явление, я пытаюсь себе уже это найти, да, как бы ну, соответствие вот этому явлению. А для этого иногда нужны встречи какие-то и ну, какие-то семинары, может быть. А потом уже вы переносите это в обычную жизнь. Когда уже есть что переносить, ну, условно говоря. Какое отличие между медитацией и молитвой? И можно ли их совмещать? Ну, тоже мы можем просто определять слово молитва, да, определенными явлениями, а слово медитация какими-то другими явлениями. Или мы можем сказать, что это синоним. То есть,
это вопрос просто как бы, как мы договоримся, что чем называть. Скажем, ну, если я бы об этом говорил, то, ну, может быть, в молитве акцент немножко сделан больше на сердце, сердечность, эмоциональность. То есть, это, скорее то, что мы вас называем хатхи, любовь. То есть когда этот порыв внутренний, он идет более как бы, из сердца. А медитация, она более созерцательная, то есть она более в исследовательном процессе, то есть когда я исследую. И это как зависит от людей, кто, ну, как предрасположенность людей. То есть одни люди предрасположены, они более эмоциональны, и они больше на энергии сердца могут раскрываться, соединение, да, сердечное. То есть когда я, моя отделенность, она исчезает в акте, ну, как бы любви. То есть я исчезаю в возлюбленном. Ну, это вот христианство, на этом стоит некоторые школы восточные, также суфизм на этом. А медитация, она больше связана с исследованием. То есть это когда я вниманием работаю. То есть это скорее связано с сам, с третьим глазом, да, то есть внимание. То есть я исследую, что есть я, что есть мысль, что есть эмоция. Если есть Бог, то как я могу его увидеть, да, или что это? То есть это процесс исследования больше. Но, по сути, часто эти два процесса в человеке объединены. Потому что, чтобы исследовать, нужно любить то, что ты исследуешь. Иначе у тебя энергии на это не будет. Я должен быть влюбленным в жизнь, в себя, там, или в истину, чтобы ее исследовать. Ну, тотально. Поэтому это же очень близко соединено. Это как бы завести, практически, ну, как бы, нет смысла это разводить. Одно другому не мешает. Они скорее дополняют. Это два таких, два крыла. Есть ли предел исследованию? Есть ли предел исследования? И чистый лист — это предел достижимого? Или что-то за чистым листом еще надо? Я с Аршаром перепроводил. А предел, когда? Вы переживаете. Вот если говорить о пределе, предел — это когда исследование, ну, по факту невозможно. Когда невозможно? Когда есть абсолютная целостность. То есть когда жизнь едина, да, она еще не разделена на исследование, исследуемое и процесс исследования. Она полностью тотальна. Вот в этой тотальности исследование просто не может происходить. То есть, чтобы произошло исследование, нужно, чтобы был хотя бы субъект, объект, да, и процесс исследования. То есть я исследую кого-то. Триада должна появиться. И, собственно, исследование, оно заканчивается пониманием вот этой вот первичной силы, которая не дифференцируема. То есть там нет исследования. Но когда эта сила проявляется как жизнь, то есть как я существую, да, вот я, и уже, вот тут уже можно исследовать, потому что кто я тогда? То есть как только я осознал себя, да, вот это вот первое проявление абсолютной силы, это осознавать, я есть. Да. Ну, христианство это называют слово, логос, Христос, да, то есть это я есть, я существую. Вначале было слово. Это вот я есть. Как только вот это вот проявление я существую возникло, сразу может возникнуть вопрос, кто я. Вот это уже начало исследования возможно. И дальше что происходит? Если вот в этом пространстве логоса и света возникает мир, да, то на вопрос, кто я, сознание может ответить, идентифицировать с каким-то объектом мира. Допустим, есть тело, да, я на вопрос, кто я, отвечаю, я есть тело. Ведь когда в ребенке возникает вопрос, кто я, он возникает в сознании, не в теле. Тело без сознания не спрашивает, кто я. То есть сознание спрашивает ребенка. И сознание дальше ответ. Ты – это тело. То есть ты Вася, вот это тело, его зовут Вася – это ты. То есть сознание как бы связано с телом. И это один. И тогда как бы исследование заканчивается вроде. Теперь я знаю, кто я, Вася, все. Но вопрос, насколько это корректный ответ, да, мы до конца жизни часто не задаем. Действительно ли я вот эту власть?
Но иногда возникают люди, и у них возникает сомнение относительно корректности этого ответа. Может быть, я что-то большее, да, не только Вася. Может, я еще какой-то более тонкий принцип жизни. То есть это начало сомнения в том, что я вот только Вася, или только у меня определили, вот это вот начало, собственно, поиска, то есть как появится ищущий. То есть когда сознание начинает маяться, то есть не совсем верит в то, что уже вот его так определили, а вот только вот это. Где этот поиск заканчивается? Он может закончиться только, когда в сознании возникает абсолютная ясность относительно того, кем он является. И эта ясность является настолько полной, что дальнейший поиск просто уже невозможен. То есть вот эта ясность начинает заканчивать поиск. В сознании появляется или где-то в другом месте? В сознании, а где она еще может появиться? А вот сердце и сознание, они как связаны? Сознание любит или сердце любит? Любовь где? Сердце или сознание? Любовь – это некоторое явление, которое возникает в сознании тоже. То есть в сознании возникает чувство любви. То есть если вы даже кого-то любите, но вы без сознания, то вы эту любовь уже не чувствуете. То есть чтобы чувствовать даже любовь, нужно быть сознанием, присутствующим. Поэтому как присутствие, чувство «я существую», оно как бы база для любых других чувств. Но сознание без сердца, без вот этого чувства, оно… Может быть любовью. Сознание, если вы действительно коснетесь сознания, которое не обусловлено, не отождествлено с каким-то концепцией, да, чистое сознание, вы увидите, что его природа, она любящая. То есть, как бы, одно из свойств самого сознания. Поэтому на Востоке сознание определяют как там благость, блаженство, любовь, там, знание, да, то есть добро. То есть это качество сознания. Но это качество сознания, которое свободно. От чего? От всех концепций, от всех идеологий, да, от всех страхов. Вот такое сознание, которое не содержит вот этого напряжения внутреннего или конфликта, оно открывает, что оно любящее. Если я вас не боюсь, да, если я от вас ничего не требую, если я с вами не воюю, не конфликтую, то я буду чувствовать, что между нами есть нечто, что можно назвать любовью. И это чувство, оно будет, ну, абсолютно проявлено. Но это при условии, что мы не создаем разделения, и нет страха между нами, нет противостояния. Этот опыт как раз и очень важно, ну, как бы получить, потому что это, ну, реально так. То есть, но для этого нужно освободить сознание от всех, ну, вот этих программ, которые создают, ну, определенные формы конфликта и не позволяют мне почувствовать в чистом виде, что такое сознание. Оно есть любовь. Это вот, когда говорят сердце, сердце это символ просто, да, это не физическое сердце, любит. Физическое сердце, там просто кровь гоняет по телу, да, а оно там ничего не может любить. И даже когда мы чувствуем любовь, мы чувствуем его где-то там больше в центре, не в самом физическом сердце. То есть это говорит о том, что здесь есть некоторый контур резонансный, да, который переживает это. Но это не связано с чисто с физиологией. Это качество сознания, которое просто таким образом резонирует в этом контуре тела физическом. Ну, то вот из какой-то любви, да, и сознания. Все это одно явление. То есть сознание, которое свободно любящее, это очевидно. И для этого сердце, ну, как бы не нужно. Просто надо сердце как символ любящего сознания. Как такой символ, качество. Можно. Суверан, скажите, вот возвращаясь к самому первому вопросу, если можно, не совсем прояснил. Вы говорите, любой ребенок рождается в этом мире как чистый лист, на котором далее кто-то пишет. Так было. Вопрос. Есть информация, которую пишут на этом месте. У меня вопрос, кто порождает эту информацию? Ну, если взять просто уровень такой внешний, то порождает общество. То есть тот, кто с ребенком взаимодействует. Ну, общество это мы. Каждый так. Изначально кто порождает информацию, если мы приходим чистыми? Все. Кто обустроил первого ребенка? Да. Адама. Да. Ева дала плод знания, вы уже знаете. Яблоко съесть. Я хотел поточнее. Поточнее. Понятно, сказки Винского леса. Не, это сказки очень, как бы они, на самом деле, если взять ключи, они очень символичны. Вот я хотел знать именно эзотерику этой символики. Если можно. Посмотрите, когда... ну давайте, если вы хотите прямо так. Да.
Это первичное проявление жизни, да, ведь я существую. То есть, во всех традициях, ну, вот я слышал, в вашей традиции есть тот же Бог единый, да? Бог единый. Иногда его называют Богом, как бы, которого, ну, безымянного, у него нет имени. Так. И это, по-своему, было блудно, потому что как только его начали называть, то появились разные группировки. Одни так его называют, и появилось ощущение, что разные боги. Если одну силу называть разными именами, а потом забывать, что это просто разные имена, то появляются как вроде бы разные религии. И они начинают воевать. У нас вот Аллах, а у вас там Христос, да, это разные типы вещи. Поэтому вот эта вот первичная сила, которая безымянна, да, то есть просто у нее нет имени, почему у нее нет имени? Это просто как символ, потому что эту силу, она не объект, не вещь. То есть мы даем имена вещам, даже когда ребенок рождается, уже объект, и мы говорим, это вот Вася. Но если это не вещь, просто нет, это то, что было до вещи, да, то, что создает вещь, но сама она не вещь. Поэтому вот символизировать это, то, что это не вещь, да, имени не давали, нельзя это назвать. Вы даже об этом подумать не можете, потому что можем какой-то образ создать, только вещи, образы. А это не образ, это дообраза были. Поэтому вот, ну, Лао Цзи говорил, что это Дао. Да? Дао, которое, если его назвать, уже не есть Дао настоящее. Это первое. Потом это Дао стало Д. Дао Дэ Цзин. Вот это Д, это сила. Это сила, которую христиане называли логосом для Христов. Это свет. Это свет жизни, свет бытия, я есть. И вот этот свет – это чистое сознание, то есть это бытие, пока, которое никем не обусловлено, да, чистый есть. То есть я? Я есть, да, это я есть, универсальное я есть, да, свет, Христос. Нет, а ребенок, который вы говорите, приходит... Ребенка еще пока нету никакого ребенка. Как бы во времени еще до ребенка. Мы просто смотрим, как это возникает. Как возникает информация на этом чистом листе. Вот, да? Вот, есть свет, есть сознание. Но сознание, вот этот первичный свет, он обладает таким качеством, он начинает вибрировать в пустоте. Это вибрации, мы сейчас все знаем, да, что все это вибрация. Ну, физики к этому пришли, что все, весь мир это вибрация просто. Эта вибрация, она создает определенные образы. То есть мы есть частотные просто вибрации. Mm-hmm. Вот эти образы – это есть информация. То есть энергия – это есть информация. И так появляются миры. И, соответственно, когда появляются таким образом миры, то есть образы, то этот цвет сознания, может отождествляться с этими образами. Так появляется живое существо. Да? То есть, когда первичный свет жизни отождествляется каким-то образом, допустим, с телом, и думаешь, что я есть вот это тело, появляется чувство, что я живое существо. И так появляется ребенок, то есть индивидуальное сознание. То есть, когда универсальное сознание думает, что оно какой-то объект, допустим, ребенок, да, тело, появляется чувство, что я живое существо. Это пока ребенок, сознание отождествлено с телом, но оно еще чистое. Потом в этом сознании начинается уже информация в виде интеллектуального. Если мы думающие существа, да, скажем, рыбу нельзя обусловить. У нее мозгов просто нет, чтобы обусловить. Ей что ни говори, она пузыри будет пускать и все. А ребенок в какой-то момент, вот смотрите, мы же детей не воспитываем там с 2 месяцев. Потому что он понимает, что бесполезно. Ему нельзя мораль дать 2 месяца, он еще просто не соображает. То есть как только он научится говорить, да, то есть различать звуки и речь понимать. Мы понимаем, пришло время дать ему нужную концепцию. То есть живое существо должно достигнуть определенного уровня развития коры головного мозга, в который можно начать делать запись. И так только он достигает этого, если он достигает, потому что это птица, он не достигает никогда. Но если это более тонко объединенное существо, человек, то в этот момент эти записи информационные, они тут из внешней среды просто. Внешняя среда начинает с ребенком взаимодействовать. И это взаимодействие, он запоминает что-то, да, он запоминает ваши слова, он запоминает ваши поступки, он запоминает ваши эмоциональные реакции, да, и все. Это как... А у него есть кора головного мозга, это жесткий диск компьютера. Да? То есть там все это записываться начинает, там папки начинают формироваться. И так начинается его обуславливание. То есть потом, когда он в жизни действует, то есть какая-то ситуация, да, вот, возникает, мне надо на нее как-то действовать, то я иду в эти папки, памяти, да? И я оттуда нахожу ответ, что мне делать. Что мне делать в такой ситуации, там, чему меня учили, да? Такая папка.
А что я видел? Да, может, мне учили одному, а видел я совсем другое. Да, может быть, из этой папки лучше взять, вот, да, с той папки, которую я видел. А может, из этой. Возникает уже конфликт, да, с какой папкой соответствует. Есть мораль, там есть мои чувства. А тут еще есть еще и мое переживание ситуации. Да? То есть знание как надо, есть еще мое переживание, и все, и очень сложная система получается. Это наша жизнь, мы, собственно, так живем. Выходит, что вот этот чистый лист, входя в жизнь, сам эту информацию себе и написал. Это жизнь о нем пишет, жизнь пишет. До того, как чистый лист появляется, уже информация есть, мы говорим. В мире есть, она да, в мире есть. Вот я говорю, кто ее пишет конкретно? Это процесс жизни. Она, это Вселенная, это есть информация. То есть мы ее называем энергией или информацией. Смотрите, информация не только я вам говорю, допустим, вот свеча теплая, да, я вам говорю, это информация, вербальная. Но если я подношу лобу к свече, да, я чувствую тепло. Это что же информация? Только информация идет по каналам кинестетики. Да, то есть, я знаю, что она теплая, и это информация. Хотя свеча ничего не говорит, но это другой канал. Поэтому вся эта Вселенная – это большая информационная матрица. Что значит? То есть она хаотична и бессмысленна, и все получается случайно? Или это все же какой-то есть? План. Какой-то есть, да, все, да. План, кто то делает есть, план? Вот я, когда что-то делаю, я намереваюсь делать сначала. То есть я создаю намерение. Неужели я создана без намерения высшего какого-то плана? Я сама. Если даже я, маленькое существо, вот такое вот, ну, по сравнению со Вселенной, ну, ничтожное просто. Вот с такой вот головой малюсенькой там по сравнению с Землей. Да. И я создаю намерение. Неужели я создана сама без намерений? Вот вопрос. Ну, смотрите, если опять, вот, если такое целеполагание, да, постараться посмотреть целеполагание, то один из подходов, который можно исследовать, да, исследовать, посмотреть, это то, что жизнь, она проявляется как Вселенная, это игровая площадка. Да, которой я буду играть сам с собой, потому что я ее проявляю. То есть как мы создаем смерть, то есть жизнь создает этот мир. И дальше есть три состояния. То есть жизнь себя забывает. Вот когда я себя забываю, я как бы от себя прячусь. То есть если я создал этот мир, и я создал образы какие-то, видите, тел, да, там, я человек. Как персона, или я нет, как... Первичная сила создает этот мир, да. Вас еще нет. Вы часть этого проекта. Я про большую, я про... Да. И про свое маленькое. Она создает этот мир. И дальше есть три состояния этой силы. Она или себя забывает, и забывая, она отождествляется. Да, с чем-то. Допустим, когда я думаю, что я человек, да, если есть высший принцип сознания, который отождествляется с телом, переживается человеком. И я думаю, что я человек. То есть я себя забыл. То есть забывая себя как высший принцип божественный, да, я себя знаю как человека. Ну, мне надо себя как-то знать. Я определяюсь как человек. В птице я определяюсь как птица. В собак как собака. Это, то есть, это первое может состояние. Состояние называется невежество, забывчивость. Я забылся. Второе состояние – это состояние поиска. Когда я начинаю сомневаться, действительно ли я человек. Да? Это состояние поиска. Это, и я начинаю искать, кто я на самом деле. Где этот Бог, кто меня создал. Там, кто я, кто жизнь. Да? Это состояние поиска. И третье состояние, которое возможно – это состояние вот этой ясности, то, что мы называем просветление. То есть, когда я вспоминаю, кто я такой, что я не просто этот человек, да, а я есть божественность, которая в этом теле сейчас проявлена в виде активной функции сознания. Да? А тело – это просто некоторое, ну, как бы, некоторый проводник меня в определенный пласт переживаний, реальности. Через физическое тело сознание переживает эту Вселенную. Нет тела, когда, допустим, глубоко видите, тело не активно, когда оно мысли. Да? И сознание доступа в эту Вселенную не имеет. Через органы чувств, потому что в этот момент, когда головной мозг в других частотах работает. Поэтому я здесь присутствую, как сознание, да, и мой посредник – это тело. Но я себя не отождествляю с телом, я понимаю, что тело – это просто некий проводник в эту реальность, в этот мир для меня. Я могу жить в таком качестве, да, то есть понимаю, себя, зная себя как первичную силу, которая создала эту... Или я могу не знать и сомневаться, может быть, я – это сила, может быть, я – человек, да, то есть одни говорят, что я – человек, другие говорят, что я – Бог. То есть кому верить, да? Mm-hmm. То есть я еще не понимаю. Это вот момент колебаний.
Есть момент невежества, когда я стопроцентно уверен, что я человек, допустим. Да? То есть меня определили человеком, и я не колебаюсь в этом. Ну, как бы многие люди, они точно скажут, что я человек. Все. То есть есть. И вот это, то есть это получается, что целеполагание какое? Это игра в прятки, по сути. Это великая игра в создании вот этой игровой площадки, как этот мир, да? Потом забывание себя в этом, поиска себя и нахождение, потом опять себя. То есть игра одного актера. Ну, как говорят на Востоке, да, вот это лила. И я так вижу, вот я когда, допустим, вы сомневаетесь, да, то есть вы спрашиваете, кто вы, да, я вижу сразу, что это вы эта сила, которая просто сейчас пытается разобраться. То есть я не вижу человека, индивидуальности, которая пытается выяснить, кто он. Я вижу, что эта сила пытается выяснить, человек ли она. Да, то есть, или может быть она нечто больше, чем человек. Я так вижу. Я с какого-то момента стал так видеть. Да, я переживаю. В каких-то людях я верю, что эта сила, она очень глубоко спит, очень глубоко верит, что она человек, там вариантов с ней разговаривать, по-другому просто нету. То есть она просто настолько убеждена в этом, что она пусть спит. Да. То есть очень глубокий сон. И в третьих вариантах, когда я встречаюсь с людьми, скажем, знания, да, можно так сказать, я вижу, что там абсолютно ясность относительно самой себя, в этой силы. То есть она разговаривает, да, разговаривает в человеческом теле с тобой, но видно, что она совершенно ну, в курсе вообще, что здесь происходит. И это очевидно, но в этом общении там нет вот этого ну, как бы контекста «я Вася разговариваю с тобой Петей». Да? То есть мы используем там имена, но это все как в игровом режиме. И у меня еще ну, как бы опыт общения со всеми тремя вот этими аспектами. Я общался с мастерами, ну как бы с многими. И я общался с людьми, вот ищущими, да, тоже с очень многими. Я общаюсь с людьми, которые просто вот, обычно живут, как они живут. Это три варианта. Но я вижу, что независимо от того, в каком состоянии человек находится, это одна и та же сила. То есть в этом смысле здесь все равностно. То есть это одна сила. Но есть отличие. Отличие в чем? В знании самой себя. Вот эта история поиска, это не история, что я кем-то стану, да, а это скорее история, что я вспомню. Я уже это. Но я могу это забыть или вспомнить. И, соответственно, функция мастера, как я вижу, это просто ну, как бы напоминание. Это напоминание. Это как ну, аналогии приводят, когда домашние птицы, когда гуси летят там перелетные, они беспокоиться начинают. Потому что они смотрят, у них начинается инстинкт. Они гены, что только ты летаешь, там крыльями хлопать начинают, там, по двору бегать. А, просто само появление, да, ничего не делают, у них даже нет намерения их там что-то делать. Но вот этот контакт, даже просто вот, визуально, да, эта энергия, она их захватывает. Это древняя память. Но она спала в этих птицах, пока не появился вот косяк журавлей, там, да, летящих там на юг. И у них начинается вот это вот... Да. Но потом это быстро кончается, они такие кормушки, ну вот это часто с людьми происходит. То есть небольшой такой, о, что это тут там я это, а потом, да, и все, опять это. Но некоторые все-таки они не могут забыть. Да. Когда не могут забыть, это начинается уже история, ну как бы, другая жизнь, собственно. Это уже совсем жизнь в другом контексте. Если раньше вся моя жизнь это был контекст, как бы поближе к кормушке оказаться, то с этого момента вся моя жизнь это как бы с этого двора сбежать бы, на этот юг теплый, да, то есть я хочу полететь, это крылья начинают тренировать, йогой заниматься, да, надо лететь, они же летели. Да. То есть я практикую что-то, я энергию накапливаю, чтобы сбежать. Откуда? Вот из этого, вот из того, в чем я живу. Из курятника. Но здесь сложнее, потому что курятник это наше психическое состояние. И тут вопрос, как из него бежать. Потому что куда я не иду, я вообще не с собой, потому что он как бы за мной следует. И вот это вот бегство из этого курятника, то есть как убежать из того, да. Что я есть, как бы. Что вроде бы, да, меня полностью формирует, как меня. Вот этот вот вопрос у нас. Требует очень большого внимания и тонкости. Еще раз можно? Я смотрел ваше видео как-то неоднократно, и там вот идея реинкарнации не совсем уловил. Вы как к ней относитесь? Я так понял, что вы считаете, что это ум формирует такую идею, что кто-то реинкарнирует. На самом деле этого ничего нет в реальности, я так понимаю. Да? Нет, тут немножко все так более многоменно. Ну, поподробнее, если можно.
С одной стороны, понимаете, если бы этого явления не было, о нем бы столько не говорилось. Но это явление понимается не совсем полно людьми. Потому что действительно есть процесс сохранения основной информации. Да? Когда физическое тело умирает, то это есть нечто, что сохраняется, то есть более устойчиво. И потом это более устойчивое, оно где-то там движется через бордо, там, да, какие-то миры тонкие. И потом опять входит в тело физическое. Ну, когда ребенок рождается, то есть ребенок это совокупность физического матрицы, да, и того, что в нее входит как некоторое причинное тело. Вот есть такая история. Но, смотрите, когда мы, допустим, вот есть компьютер, да, с жестким диском. На нем есть информация на диске. Мы вставляем дискету. И переписали жесткий диск на дискету. Потом дискету вынули, компьютер у нас сгорел. Информация осталась. Да? Мы вставляем в новый компьютер, там жесткий диск, он еще с нулевой памятью. И мы эту информацию переписываем на жесткий диск. И потом мы на этот жесткий диск еще дописываем еще что-то, так, новую жизнь, можно так сказать, записав уже все предыдущие. Но мы же не говорим, что кто-то перевоплотился. Да? То есть мы видим, что просто происходит переброска информации. Когда возникает это чувство, что что-то перевоплощается, как я, да? Если я отождествляюсь с телом, с физическим, когда оно умирает, то я могу отождествляться с этим тонким телом, да? Тонкое, устойчивое тело, я с ним, это я. И тогда у меня есть ощущение, что когда это тонкое тело входит в новую матрицу, то это я вхожу, это я перевоплотился, что это я перевоплотился. Но если мое сознание не идентифицируется с телом, да, то есть оно просто тело видит как некоторый информационный файл, да, что я как чувство присутствия, бытия, я не перевоплощаюсь, перевоплощается информация. Но если я отождествляюсь с информацией, то возникает ощущение, что перевоплощается что-то живое существо, понимаете? Поэтому сознание, бытие целостное, оно просто присутствует. Но на фоне этого присутствия возникает вот эта вот система матрешек, тел, перевоплощений. Степень обусловленности дает тебе возможность думать, что ты инкарнируешь, да? Да. И наоборот, то есть ты вне этой игры, да. Ты осознаешь, кто ты есть на самом деле. То есть это как я отношусь к телам, к этим матрицам. Да? Если я их принимаю за себя, да, то я перевоплощаюсь. Да? Если я их за себя не принимаю, то у меня язык того, что есть причины следствия, есть перевоплощение, но они ко мне, как к бытию, никакого отношения не имеют. Да, я просто присутствую при их развертывании. То есть они во времени живут, а я не во времени, я вечный. Да, я просто... Как на телевизор, смотрите, как здесь тоже интересно. Когда вы фильм смотрите, там есть время фильма. Как оно формируется? Путем событий на экране. Да, то есть вы можете видеть ребенка, потом этот же герой главный, да, и может там 60 лет, герой 60 лет прошу, время фильма, 60 лет фильма. Но экран, он 60 лет не чувствует. Да, то есть на нем прошли эти 60 лет, как некоторые события, образный ряд. И мы интерпретируем как какую-то длительность. Но время экрана 20 минут прошло. А если по большому счету, то он вообще о времени ничего не знает. Это всегда сейчас, да? У него нет чувства времени в экране. Но на нем мы создаем чувство времени. То есть режиссер на том, что времени не чувствует на экране, создает чувство времени. Так вот наше бытие, наше, мы как сознание, мы вне времени. Но ум это пленка событий, он создает события. Это вот ум, да, он создает события. И события разворачиваются во времени. Поэтому мы одновременно, сами будучи тем, что за пределами времени, да, то, что есть вечность, мы видим, как течет время, как события разворачиваются. И если мы отождествляемся с каким-то событием, то мы поглощаемся временем, то есть мы теряем чувство вневременности в себе, что мы вне времени, да, мы во времени оказываемся. Это просто как бы игра восприятия. Если вы слишком в фильмы увлеклись, то вы потеряли время физическое, да, то есть в этом фильме вы забыли вообще, как часы идут. Вы полностью живете временем фильма. Но потом вы раз так встряхиваетесь и понимаете, что вообще время придумано, да, оно просто игра света и тени на экране. И так вот, вот это вот, что такое тело, этот мир? Это игра света и тени. То есть это свет, который играет, это электромагнитная шволна, все, это все игра. Они так, и когда они попадают на сетчатку глаза, они отражаются коре головного мозга, мы видим образы, да, это все игра света.
То есть это фильм, который разворачивается, на чем он разворачивается. И то, о чем он разворачивается, называется сознанием, бытием. Если фильм в кинотеатре разворачивается на холсте, да, то есть свет падает на холст, то здесь холста мы не видим. Мы видим только фильм, да, вот это все как фильм. Но где холст? Оказывается, я холст, то есть сознание холст. И на меня вообще это проецирует. То есть я разговариваю сама с собой. Хочу понять, кто же я, с кем и кто с кем разговаривает. Нет, но если вы понимаете, что вы сама с собой разговариваете, то значит, вы это и уже... Что вы еще хотите? Вопрос, нас в этом убеждены, потому что если не до конца, то тогда продолжается такое-то исследование. Можно про ушу что-то послушать? Что-нибудь. Тогда у меня, может, по ходу вопроса завтра. Ну, может, мы сейчас коснемся, Лоша, немножко закончим вот с вот этим моментом. Сейчас. Вот этот разговор сам с собой, он тоже, понимаете, очень необычен, потому что сейчас появилось много таких аналогий, которых раньше не было. Вот их не мог ни Будда использовать, ни Христос, ни... Это компьютер и мобильный телефон. То есть, когда, допустим, вам звонит по мобильному телефону кто-то, да, вы разговариваете, и у вас перед глазами просто мобильный телефон. Абонент, с которым вы разговариваете, он вообще совершенно другое существо. Неизвестно даже, вы можете знать, где он находится. И вы это понимаете. Вы понимаете, что мобильный телефон – это не субъект. Вы не с мобильным телефоном разговариваете. Хотя вот, когда я с вами разговариваю, я понимаю, что вот этот мобильный телефон, по сути. То, с кем я разговариваю, я его не вижу. Я вас не вижу. Я вижу только то, через что вот вы, как субъект, со мной взаимодействуете. Я вижу объект, то есть проявление. Но вас я не вижу. И если у меня в этом, ну, как бы, есть ясность, я... Первое, что я понимаю, что когда, ну, как бы люди говорят, что я вижу тебя, да, это условно, потому что я вижу некоторую форму, через которую ты со мной взаимодействуешь. Причем эта форма меняется, да, с возрастом, там, одежда, может быть, другая, прическа, да. Но вы-то один объект. Да. Как вы мне можете позвонить, у меня новый мобильный телефон, а звоните вы. А телефон новый, я думаю, это другой человек вам позвонил. То есть я понимаю, что все время с одним и тем же абонентом разговариваю, по разным телефонам, допустим. И третий вариант, когда я же могу позвонить сам себе. У меня два мобильных телефона, я с одного звоню в другой. Да? И получается, что есть ощущение, что две трубки разговаривают, но абонент-то один. И вот когда вот это чувство возникает, даже одного абонента, что, по сути, да, есть много форм, через который этот абонент говорит, да, но он один, и он знает, что он говорит с собой. А почему такое многообразие диалогов? А потому что каждый телефон, он еще декодирует, да, то есть он по-своему запрограммирован. И поэтому в каждом, как бы, выражение через каждый объект, оно очень своеобразно, уникально, потому что у каждого своя схема. Это то чувство, что ты говоришь с собой, но при этом это всегда интрига, потому что в другом ты непредсказуем. И, соответственно, есть ощущение, с одной стороны, интимности, потому что это ты, тебе нечего бояться. Да? Если это другой, то его можно бояться. Но если это ты, то не будешь совсем бояться. А с другой стороны, это не значит, что я знаю тебя досконально, потому что сама форма твоего проявления, она бесконечно разнообразна. Получается это сочетание, как бы, интимности и разнообразия. И вот такая форма общения, она является, ну, как, может быть, роскошью. Это действительно приятно пообщаться становится. Потому что мы можем наслаждаться многообразием, да, на уровне, скажем, вот внешнем, потому что мы разные. А на глубинном уровне мы наслаждаемся единством, общностью, одномоментно. Да? Как бы это одномоментно, не по очереди, да, вот, а одномоментно. Просто два разных измерения у нас. То есть на уровне субъективно мы одно, а на уровне проявленном мы множество. Это чувство появляется. И вот если я его сохраняю, то, соответственно, я, как бы, для меня общение с людьми, с миром, оно совсем по-другому переживаться начинает. Просто у меня мироощущение меняется. Ну что если это доказать? Мы же хотим мироощущение определенного. Этот поиск Бога, там еще чего-то истины, это все абстракции. А по сути мы хотим мира, покоя, счастья и, ну, какой-то, как бы, позитивности. Вот это мы ищем, как некоторые фактические вещи.
Если вот вернуться к вопросу о реинкарнации и применить ту же аналогию с компьютером, то возникает вот такой вопрос. Почему, а возможно и зачем, в подавляющем большинстве случаев при переносе этой информации такое ощущение, что эту дискету кто-то помнет, порвет, если удается что-то восстановить в следующем компьютере, что-то считать, то с большим трудом. Нет, смотрите, с дискеты все нормально. Дисковод подохлит бывает. А почему тогда этот изначальный дисковод, вновь появившийся, с трудом его читает эту дискету? Есть определенная ситуация, что помнить что-то, да, это где-то благо. Но забывать что-то – это тоже благо. То есть жизнь очень выстроена на таком балансе. Что если бы мы все помнили, все, то это бы очень тяжелым году заближало все на нас. То есть мастера говорят, что вы не можете даже интегрировать спокойно события одной жизни. Вы даже здесь не можете что-то простить, что-то забыть, какие-то обиды и напряжения. И представьте, если бы это все копилось бы жизнью в жизнь. Что бы с вашей психикой было? Ну, предоставляется же выбор что-то запомнить, что-то забыть. То есть однозначно получается, что все забывается. Ну, в большинстве случаев. Это жизнь решает. То есть жизнь, она же имеет свою мудрость. То есть когда индивидуум, уровень зрелости, да, сколько ты должен знать, зависит от твоей зрелости. Зрелость чего? Сознание в теле. То есть если сознание зрелое, да, то доступ к каким-то прошлым воплощениям, он часто бывает приоткрыт. Потому что если ты видишь человека в этой жизни, и помнишь, что в той жизни там, он убил твою жену, там, детей, то ты, если ты среагируешь, ты можешь сейчас совершенно ничего не подозревающего личность, которая вообще к этому никакого отношения не имеет в этой жизни. Просто если ты понимаешь, да, все это структуру сложности, и имеешь возможность отнестись по-другому, да, то есть интегрировать, то тебе, возможно, будет дано что увидеть. Это не все же люди приходят, вот аватары, они полностью приходят в ситуации, они помнят. Многие святые, да, которые вот в Индии, на Востоке, они помнят прошлой жизни еще от рождения практически. Буддийские ламы, они же находят игрушки свои, там, и атрибутику. То есть тут можно говорить, что к этому нужно идти, и постепенно можно прийти. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, а кто-то может никогда. Ну, вопрос, важно не то, чтобы иметь хорошую память, опять, а в том, чтобы не отождествляться. Вот это важнее. То есть медитация – это не про то, чтобы помнить всю свою прошлую жизнь, вспомнить. А то, что ты будешь помнить, если ты с этим отождествляешься, то ты просто будешь еще больше и больше перегружен психически. Способность просто не… И это не помогает жить. Ну, помнишь, там, где-то 10 прошлых жизней. То есть гораздо важнее твоя способность как сознание не получать доступ к информации, а не обуславливаться этой информацией, быть свободным. И тогда, если даже вспоминаешь там прошлую жизнь, да, это что происходило, ты этой прошлой жизни не будешь обусловлен, ты будешь не свободен. Ты будешь помнить, но психологически ты будешь не свободен. Вот это важно. А просто вспомнить ее, одну, другую, третью, и каждая жизнь будет создавать все больше, там, может быть, вины, там, или агрессии, или какого-то конфликта, или еще что-то. А смысл? То есть она будет перегружаться. Поэтому это тоже удивительно, что система образования, она информирует сознание. Ну, как у нас детей учат, так информируют. То есть им дают знания. Это называется образование. Для чего? Для того, чтобы потом эти знания можно было эксплуатировать, использовать, в государствах. А другой подход к воспитанию ребенка – это учить ребенка не обуславливаться знаниями. Не только давать ему знания, да, то есть, а научить его быть свободным от этих знаний, быть легким. То есть, чтобы эти знания не превращались в психологический стресс в нем. Чтобы они не превращались в конфликт, допустим. Вот если два ребенка в песочнице встречаются, они, как правило, играть начинают. Но если они могут повздорить, то только там, из-за каких-то там
событий, да, вообще там игрушку там еще. Но у них нету конфликта, ты кто там, католик или протестант. То есть, вот в этом смысле не может быть конфликта, потому что они еще не информированы. А если я начинаю информировать человека, кто он, да, какой он веры, религии, традиции, а другого по-другому информирую, то у нас появляется новый повод для столкновения. Поэтому моя способность не программироваться, то есть меня информируют, я это слушаю. Но когда я с другим человеком встречаюсь, я не позволяю вот этой вот информации нас столкнуть друг с другом, то есть эксплуатировать нашу вот эту, ну, как бы. Ведь все это воспитание, ну, как бы, религиозное и как бы, социальное, оно зачастую политиками используется для того, чтобы сталкивать народы и, ну, на войне наживаться. То есть, попробуй человек, которого невозможно всем столкнуть, это квартиру. То есть, невозможно. Поэтому, если я это начинаю понимать в этот момент жизни, да, что меня эксплуатировали, то есть меня определенным образом воспитали для того, чтобы вот это меня воспитали, потом эксплуатировать всю мою жизнь. Да? То есть мне дали какую-то идеологию, потом используют эту идеологию, чтобы меня столкнуть с одними людьми, с другими. Я их вообще как раз вижу, как человек, почему я потерять должен. Но мне кажется, что он там другой веры, там другой это, а ты же этой веры, там, ну и все, мне начинается вот это. И если это начинаю понимать, я отказываюсь играть в эту игру просто. Вот этот отказ, это очень важно. То есть я просто начинаю, он как бы для самого себя в первую очередь отказываться. И, соответственно, я что? Я оставляю те знания, которые практичны, там, как дрова рубить, там, как там, еду готовить. Эти знания меня ни с кем не сталкивают. И, соответственно, я оставляю практическую часть, а вот эту психологическую обусловленность я ее просто отбрасываю. И тогда получается, что я, с одной стороны, информацией владею необходимой, а ту часть информации, которая создает психологический стресс, я ее просто отбрасываю. И вот это называется как бы незапрограммированность, наверное. И это мой путь. То есть первое, смотрите, первое, что мне нужно уже увидеть, чем я уже запрограммирован, это первое. Я уже обусловлен. Ну, если хотя бы человек, мы уже во что-то верим. То есть у нас какие-то идеалы, ценности. И первое, это от этого освободиться. Второе, что очень важно, это понять, что освобождаясь от ценностей, которые мне навязали, я не становлюсь животным. Оказывается, что вот это сознание, оно разумное. Что у меня может быть этика, не связанная с заповедями, а этика разумного существа. Что я не там, делаю, там, не ворую, не убиваю, не насилую не потому, что по заповедям нельзя, а потому, что мое самосознавание просто не позволяет. То есть я просто не хочу этого делать, потому что я осознан. Я понимаю, что я могу опираться не на какие-то, ну, как бы, информационные морали, а просто на самого себя, если я доверять начинаю. Это очень важно, что оказывается, я не животное. Мне пытаются убедить, что я только инстинктами буду жить. Если я отдачу ум, я буду только животным. Нет, оказывается, и во мне есть еще качество другое. И вот когда я это отбрасываю, соответственно, вот это и есть состояние медитации, когда я живу из собственного разума, из собственного осознанности. И второе, что мне важно, если я отбросил, то не накапливать новое. Потому что мы в жизни все время сталкиваемся с новыми предложениями. Приходят новые какие-то религии, приходят новые лидеры, приходят новые идеологии. И все разум. Это значит, у меня нет конкретной идеологии. Я отвлекаюсь от момента к моменту. У меня нет как бы, схемы, как бы, ну, прописанной схемы жизни. То есть, я не знаю, что буду делать завтра, но поскольку я осознан, я доверяю тому, что то, что буду делать, будет разумно. Все. Но нет никакой конкретной программы. Все партии, они на программе, на самом середине, здесь как бы удобно. А это отупляет. Если я живу подобный, то мне надо быть разумным. Я просто делаю так, как написано, все. И вот в этом я теряю как бы, способность ну, самому чувствовать жизнь. Поэтому вот эти два аспекта, которые ну, как предлагаются вот, на встречах, на семинарах, это исследовать то, в чем мы уже обусловлены, да, и выделить этот элемент первичного качества чистоты, да, разумности. И дальше иметь иммунитет к тому, чтобы опять не попадаться в новые витки, вот эту, ну, там, систему эксплуатации. И это, вот это то, что называется свобода. Ведь люди приходят, говорят, мы хотим быть свободными. Надо посмотреть, да, что это такое свобода. Это не физическая свобода. Физически я подчиняюсь определенным социальным здесь правилам, как и вы. Значит, мы не сможем быть как общество.
То есть, если мы будем делать все, что хотим мы на физическом плане, то это не будет сообщества никакого. Будет анархия. То есть в этом плане есть определенная выгода, когда мы соблюдаем какие-то договоренности, да, и в этом нет свободы. Но психологически я могу быть свободен. То есть делая что-то, ну скажем, физически предопределенное, психологически я не являюсь никаким там членом никакой группировки, никакой там секты, ничего. Да, я психологически свободен. Но физически я соблюдаю определенные как бы, аспекты договоренности. Поэтому вот эта вот, как бы, способность на физическом плане быть ответственным, да, на физическом плане, создать какую-то ответственность, ну, перед обществом, перед, может быть, перед людьми. А психологически не иметь никакой как бы, скованности, да, быть свободным внутренним. Вот это вот есть медитация, ну, как религиозность, ну, как я ее вижу. Вот этому можно учиться, потому что это не так просто. То есть мы в основном мы живем играми, ролями. То есть у нас есть набор игр у каждого, ну, кто психологией занимался, узнает. Эти игры адаптированы уже в социальные какие-то системы, мы вставлены в них, поэтому очень страшно переезжать в новое сообщество, потому что другие могут быть игры, там, в другой стране, там, это все. Надо опять понимать, во что там играют, как во всем, да? И учиться новый сценарий себе вырабатывать. То есть, поэтому в основном мы живем все-таки вот этой вот игровой ситуацией. То есть, некоторый набор действий психических, физических там реакций. И отказаться от этого, это ну, как бы ограничиться на самом деле, да? То есть это, ну, потому что это защита. То есть игра становится защитой. Потому что если я без этого, я чувствую, ну как бы, уязвимым. И эта способность быть уязвимым, это, ну как бы, к этому тоже надо, ну как, привыкать, потому что, да, я незащищен. А когда я могу быть незащищен, это расслаблен, когда у меня нет образа, который мне надо защищать. То есть, если у меня есть какой-то образ, то я всегда его буду защищать, всегда. Вот почему мы говорим о том? Что-то там мигает сверху. О том ли мы говорим? Разоблачаем. Кого? Который вышел сел. Разоблачаем. Вот, как только я какой-то образ серьезно воспринимаю, я начинаю защищаться. Это и так может быть агрессия, может быть какие-то манипуляции. Но если у меня нет образа для себя, да, у меня нет образа, то я это оставлю, защищать нечего. Тогда я могу создавать образ, ну, в зависимости от контекста ситуации. Если какая-то ситуация, я могу сыграть какую-то роль, почему нет? Но я в эту роль до конца не верю, если я понимаю, что роль всего лишь просто временное явление, то я не серьезен, я не драматизирую. Знаете, люди очень сильно драматизируют все эти роли. Сколько, ну, войны в основном это драматизация ролей. То есть большинство войн нет повода. Сейчас еды хватает всем, там, территории, по сути, если грамотно используется, хватает, ресурсов хватает, технологий хватает. То есть, сейчас все войны, они не экономические. То есть раньше люди воевали, потому что ждать их нечего было. Это еще как можно понять. Что если кто-то должен там умереть, потому что от голода, да, то ну, как бы... Но когда никто от голода не умрет, а продолжать бесконечные войны, да, это уже как-то стоит задуматься, что здесь какая-то другая причина. Да, эта причина, это как бы это психологический фактор. Или, ну как бы, если прийти от государства к семье, да, то в семье тоже сейчас. Ну, достаток было имеет. Никто голода не умирает. Но семейные там какие-то конфликты, да, столкновения, они постоянно присутствуют. Между парой, там, или родители, дети, там. То есть чего сталкиваются? Да, есть еда, вот она, там, крыша, голова у всех есть, подписано. И постоянно вот эта вот война, да? Это говорит о том, что какой-то психологический фактор участвует. Такая драматизация того, что, возможно, не стоит этого. Это уже идеология, это идеологические войны. И они не только между государствами, они вот между нами происходят. Эта способность в этом не участвовать, просто выйти из этой игры. Это и свобода, просто выйти, стать свободным. Может быть где-то играть, но не драматизировать, да? То есть просто легко играть. И вот я стараюсь как с людьми вот этот элемент ну, выделить и научиться этому. Сначала в какой-то группе, может быть, вот мы там на выходные там будет семинар
задалось. Да, то есть это общение, то есть это сообщество, мы вместе собираемся, мы исследуем что-то и учимся жить вместе, и общаться, и не создавая из этого войну. Хотя бы с этого можно начать. А война нужна? Не, ну если хочется воевать, можно воевать. Но даже воевать можно не драматизировать. А смысл? Вот Кришна. Смысл? Без драматизации нет кайфа от войны. То есть вот Кришна, о Кришне, как раз, я Арджуне я хотела сказать, как раз вот это, когда не хотел Арджуна вступать в бой со своими родственниками, а Кришна ему все объяснил, что... То есть это вот вообще такая интересная ситуация. Ну, да, ее часто с разных сторон пытаются посмотреть. Да. То есть нет драматизации, но зачем тогда война? Без драматизации смысл махать кулаками. Ну так может и можно бы чем-то другим заняться. Чем-то другим тоже. Кришне же надо было. Если есть высшее существо, у него есть все аспекты, минусы, плюсы, до предела минус, до предела плюс, он включает в себя все. И он хочет исследовать. Но мы видели людей, которые легко воюют, которые вот, они привезли родственников по всякому главу, а им легко. Но это же нужно зачем-то? Это все, понимаете, как защитные концепции. Вы пострадаете, и вы себя успокаиваете тем, что это зачем-то нужно. Я же все равно умру. Вот с такой точки зрения, что в цинковом гробу, ну и я умру. То есть, как вот привозят в цинковых гробах, в таком смысле... Нет, когда вы говорите «я», да, умру. Я бы это поставил под вопрос. Но в том контексте, в каком вы сказали, что вот привозят в цинковом гробу, и вот родственники, они же к этому серьезно относятся. Да. То есть я могу к этому серьезно не отнестись, допустим. Если можете. Если смогу, я не знаю. Я не могу знать, и спаси, сохрани меня, Господь. Не хочу даже знать. Потому что я не знаю и не хочу искушать. Не хочу искушать. Но если говорить вот в этом контексте, что да, может я не умру, но я об этом не знаю. Но это же есть. Что? И значит, это нужно той высшей силе и тому высшему моему я или моему я, не знаю, чтобы была смерть, чтобы была боль. Лучше подходить не что нужно высшему я, потому что это очень философски, а что вам хочется. Если вам хочется воевать, нет проблем, здесь много возможностей. И на самом деле, если вам хотят воевать, вы уже были на передовой. Вам не хочется воевать на самом деле. Ну кто-то... Какой-то я не знаю. Я с ними не разговариваю. Они там, и они это занимаются тем, чем нужно возможно хочется. Ну вопрос. А сейчас... что, да. Вопрос, да, вопрос глобальный сейчас. И я не хочу сказать, что. А вопрос такой, что да, мы вот сейчас выберем вот это вот равновесие. И я выбираю равновесие, я в этом равновесии. Я играю играючи. Я не включаю ни эмоции, я не включаю ни. Я не серьезно в игре. Но вот. Момент, там еще есть еще в Хагавадгите, когда два стража специально подставив себя под проклятие, два стража Кришны, там Кришналоги на Вриндаване, подставив себя под проклятие, чтобы сыграть роль этих демонов. И чтобы Кришна с ними смог повоевать. Это понятно. То есть вот такой вот момент. Когда мы начинаем брать третье лицо, там, да, таких вот персонажей, даже Кришна, третье лицо. И дальше мы пытаемся понять его мотивы. Но все наше понимание, это наша проекция. То есть все, что мы можем понять о Кришне, там, о Будде, это наша проекция. Мы не знаем, что, чем они интересуются, как они чувствуют. Единственное, что мы знаем, это чего мы хотим. То есть я не говорю, что все люди, они интересуются вот этим вот исследованием, просветлением, и что все должны интересоваться. Потому что у меня нет даже словения. Просто есть люди, которым это интересно, и с этими людьми я так или иначе сотрудничаю. Что им интересно. А те, кто не интересуется, я их даже не называю грешниками, потому что это как часть жизни тоже. То есть в каждом. То есть Земля разделена на разные сферы, и каждый здесь в своей сфере двигается. Я просто в жизни так случилось. То есть я в жизни взаимодействую с людьми, которые занимаются духовным поиском. Это интересно, найти такую легкость, да, игру.
Я как бы предлагаю, потому что мне это было самому интересно, я это нашел. Да? И поскольку я это нашел, я начал говорить, что я обладаю определенными, ну как бы, ключами, которые вам не сработают. Да, у вас может не сработать, а может сработать. Но я хотя бы хочу поделиться. Да? И эти ключи делюсь с теми людьми, которые этим интересуются. Если бы я, ну, как бы занимался чем-то другим, то я бы все о этих вещах сейчас бы говорил. Поэтому мы здесь все равно, получается, что это какие-то референтные группы. То есть люди приходят. То есть мы возвращаемся к моему первому вопросу. Ваша концепция и ваша цель. То есть цель. Вот для чего, допустим, вы пришли сюда, вы пришли к нам и что там? Мне нравится такое взаимодействие. Да, да. То есть смотрите, вы согласны с тем, что есть три цели? Три цели. Давайте, как в Адвите говорится, что первая цель, значит, исполнение всех желаний. Я желаю и я хочу себе. Вторая цель – это избавление от страданий. То есть, как бы для себя. Я хочу избавиться. И третье – служение. Это не я себе хочу, а я хочу себе же кому-то. То есть три цели. Это... Да. Значит, это не это беспредел. Поэтому это важно понять, что если я создаю цель, то это сразу идет некоторая тонкая форма дифференциации целого и возможность конфликта. Потому что то, что мне будет мешать двигаться к моей цели, будет для меня врагом. Да. Если я цель не создаю, то я мне ничего не делаю. Я предан чему-то, что больше меня. Вот это маленькое я, оно тогда предано чему-то, оно отпущено, оно растворено и является инструментом той воли, которая его ведет, правильно? Да, просто полная преданность, абсолютная преданность, это не когда я предан, да? Меня нет. А просто я исчезаю в этом. И на этом заканчивается вот эта идея преданности, потому что есть просто действие. Нету, как бы, там, ну как вот, не моя воля, но твоя. Да? С одной стороны, это как бы молитва, но она до определенного времени. Пока еще есть я и ты, да? Я могу как говорить, что я действую сам по себе, ты сам по себе. Это одна история. Пока еще есть еще и молитва. Когда молитва исчезает, то это уже полное. Да, это абсолютно. То есть в абсолютном как бы, сдаче нету сдающегося. Да. Пока он еще есть, это еще маленькое. Вот я сдаю. Могу и не сдаться тебе, но сдался, видишь. Да, оттуда я хорошо. Да, то есть это еще я, да, оно. Поэтому. И вот в этом в абсолютном, как бы, можно сказать, сострадание нет сострадающего, да, то есть оно есть, он течет, но некому говорить, что я сострадаю. В этом целеполагании, как солнце, оно встает, у него нет целеполагания, чтобы здесь мы все жили. Но мы живем за счет него. И это происходит, потому что природа солнца такова. То есть ему не надо целеполагания, после того природа, он не может что сделать с этим. Оно встает и все обогревает. Так природа этого сознания свободного, она как бы побуждает других, нести благо, там, да, какую-то любовь. Но это не целеполагание, это просто факт. То есть не вопрос, что я хочу это делать, я не могу этого не делать. Потому что если я в этом нахожусь, то это вокруг меня будет какая-то аура вот этого, ну, ясности. Там про Оша, да, попросили? Да, да. И, не знаю, просто что-то конкретное может быть, потому что я его очень люблю, как мастера, мой мастер. Но он все равно как-то здесь у нас, как сказать, третье лицо, о котором мы можем поговорить в каком-то контексте. Но вот, есть какие-то вопросы. Очищать лист. Очищать?
Ну, есть такое понятие, вот это же слово, вовлеченность, да, вера. То есть, когда нам не писали информацию, я еще как бы верил в нее. И моя вера, она и эту информацию удерживает на листе сознания. То есть, если вам даже какая-то концепция, которая вас не зацепила, не затронула психологически, то вы быстро забыли. Вот вы не вспомните, там, может быть, что вы говорили там, несколько лет назад на какой-то лекции, да, или в каком-нибудь эпизоде диалога, потому что это вас не очень затронуло. Мы это забываем. Даже вчера я о чем-то разговаривал с человеком, если это меня не сильно затронуло, я это не помню. Ну, конкретно о чем. Но если что-то меня эмоционально затронуло, то есть я в это вовлекся, то это остается впечатанным во мне. Так вот, очищение – это снятие впечатывания, снятие этой веры, увлеченности. То есть я беру какую-то концепцию, да, которую мне говорили, и я в нее ну, как бы верил, я впечатывал ее. И я ее рассматриваю, я вижу, что она ну, как бы оказалась, ну, при более внимательном рассмотрении, она оказывается нежизнеспособной, ложной. Это само мое видение, само понимание, да, того, что она не является помогающей мне в жизни, она мою энергию в нее больше не вкладывает. Она исчезает. Это как перебор вещей. Когда вы перебираете вещи дома, как эту вещь держите и понимаете, что эта вещь больше никогда пользоваться не будет. Ну, просто вам не нужна. И вы ее просто выкидываете. Там, причем, просто само понимание, что эта вещь... То есть, если бы вы переборкой не занимались, она так и лежала. Другой вариант, когда вы занимаетесь переборкой, вещь не нужна, но вам всем жалко. Такая переборка старых вещей. Дедушки там, бабушки там перебирают. Она не должна пригодиться. Они все равно больше делают. Они могут это делать. Вот так мы какие-то идеи. А на другой, это когда я пересмотр провожу, пересмотр, да, таких вот внутренних психических аспектов, и я вижу, что это меня, ну это груз, он мне не нужен. И вот это понимание, оно меня, ну как бы психологически отпускает. Это может быть информация, концепция, это может быть какие-то обиды. Да? Вот у меня есть слово, я слишком обижен. И эту обиду рассматриваю, и я понимаю, что она идет в моей жизни, что эта обида мне дает. Вот я несу с собой столько лет, да? И что, какая польза вам? Если я вижу, что абсолютно никакое, абсолютно, если вот видение очень ясное, чистое, да, то такое видение может эту обиду как бы отпустить, потому что мне нечем удержать. С любого удержания вот таких вещей, которые меня разрушают, я их держу. Оно говорит о том, что нет полной ясности, что они не нужны. То есть для чего-то я их придерживаю. Может быть, я из них собираю свой образ, да, то есть часть моего образа. Я вот такой несчастный, вот, обиженный в детстве такой. Это я. И поэтому да, вот у меня такая жизнь. Да, все я держу. Но если я не поддерживаю никакой образ с помощью этих механизмов, они отпадают сами. Как аргумент. Я им не пользуюсь, он отсыпает. То есть это не... Это процесс называют, скажем, психологией терапия. Да? То есть я что-то поднимаю с глубины. В религии это называлось как исповедь, да, я исповедуюсь. То есть я что-то поднимаю, и я это проговариваю, и, собственно, священник как бы как символ, да, что если я ему проговорю, исповедуюсь, то он меня отпустит, грехи он меня отпустит. А тут я понимаю, что у меня внутри такой же священник есть, называется свидетель. Не надо, то есть, что такое вот это внешнее лицо? Это просто вспомогательный фактор. То есть, моя вера в него, да, это некоторое психологическое просто, это может быть психоаналитик, обязательно. Если я более такой современный человек, я психоаналитику иду, ему там говорю. Если я более такой, ну, традиционный, я могу пойти к священнику. Но в медитации люди поняли, что это можно делать перед глазами, собственно, вот этого свидетеля, бытия. Да? То есть я нахожу в себе место, которое не осудит. Да? В чем роль священника? Он не осуждает. Он безусловно не может осуждать. Да? Он как бы отпускает там, прощение. Внутри себя должен найти то пространство, из которого я могу посмотреть на какие-то явления в себе, не осуждая. И тогда, если это явление как бы поднимается перед глазами моего свидетеля, то оно... Вот при таким взглядом энергии оно отпускается, освобождается. Это тот искусство, если я могу, если я этого научился делать, то я начинаю вот эту терапию собственную или исповедь. И поэтому люди иногда вот сидят, как вы видели, дзен, да, там часами сидят. Они же не просто сидят просто так тупо.
там идут определенные процессы психологические. Процессы как бы, вот этого подымания, отпускания, рассмотр этих цепочек, нахождение деструктивных там, цепочек, выжигание этих цепочек. Это все это внутри происходит. Поэтому это не просто внешне, это выглядит как полная пассивность. Но внутренне там очень высокая форма как бы, активности, пробужденности. И этим это можно учиться этому. Потихоньку это можно все понять. А вот, пожалуйста, психические расстройства, вот, например, есть, я читал, саентология, генетика, там, где его фабрика, все расстройства, что комментируют. Ну, если брать конкретно Хаббарда, то у него есть очень интересные наработки, грамотные. Но есть у него и область, когда он пошел создавать саентологию, как бы религию свою собственную, его последователи, они многие вещи не понимали. Там очень много, ну скажем, ляпов, очень грубых. То есть это сейчас уже система сектантская стала почти. То есть она очень, как бы, потому что они тонкости определенных не ухватили. И Хаббард, он вот до определенного момента, терапевт, он был очень грамотный человек. Но когда он начал говорить о некоторых более тонких вещах, мне не хватало просто гения, прозрения. И, а последствия, они, естественно, еще это утрируют, и все это вырождается в некоторую профанацию. Поэтому сама какие-то моменты там ими можно пользоваться. Вот это вот возвращение, вот, на чем он работал? Что если у меня есть какие-то инграммы, как он их называл, да, вот эти заряды, болевые там или психологические напряжения, так далее. Первое, что, как заряд снимается из разных аспектов прошлого, да, психологически или в теле, или в психике. Вы должны туда попасть вниманием, и это попадание должно быть не просто вспоминание, а полностью психофизически вы должны опять в эту ситуацию вернуться. Полностью, ну, как она есть. То есть вы должны вернуться туда всей своей энергией. Это первый момент. А второй момент, вы, проходя эту ситуацию второй раз психоэнергетически, вы должны сохранить качество отстраненного наблюдателя. То есть вы должны наблюдать. То есть не полностью быть этим опять, а иметь элемент отделения от этого. И если несколько раз, как он ушел, видишь, что если несколько раз прожить ситуацию полностью психоэнергетически из прошлого, которая ну, какую-то запись оставила, с вот этим вот сохранением свидетеля или внешнего наблюдателя внутри самого себя, то тогда эта запись стирается. Если какой-то фактор не присутствует, допустим, вы проживаете полностью какую-то ситуацию, но не наблюдаете ее. Тогда запись не стирается. Или если вы наблюдаете, но просто ее вспоминаете, но ваша энергия в этом не участвует, запись тоже не стирается. И вот он пытался вот эти два фактора свести, как бы соединить. То есть вернуть человека психофизически в прошлую ситуацию, где была запись вот эта вот, деструктивная. И второе, сохранить в этом человеке элемент наблюдения, присутствия, как бы этого свидетеля. На Востоке делали то же самое, только Хаббард он использовал, ну как западный психолог, он использовал фактор терапевта. То есть терапевт, он все время напоминал клиенту, что не забывай, ты просто наблюдаешь, да, то есть иди в прошлое, но что ты видишь. То есть терапевт мне помогал удерживать это качество. А на Востоке никто не помогает. То есть там человек сам старается это качество удержать. И там идет такая же терапия, я также сижу, да, в медитации, и держу этого наблюдателя. И если мое сознание не агрессивно, то есть оно не контролирующее, то начинается вот этот вот подъем каких-то напряжений там, из прошлого. Память, эмоции. И дальше я их проживаю психоэнергетически и наблюдаю, не осуждаю. И такой же процесс у Хаббарда идет, но уже без помощи терапевта, то есть я уже сам. А то, что я пытаюсь опять с людьми много делать, это научить их вот этому процессу. Индивидуально, чтобы они не зависели от третьего лица. Это где-то, может быть, чуть сложнее, но зато если человек научится, то он автономен. То есть он сам может проживать вот эти вот вещи. Или в группе. А насколько реально утверждение Хаббарда, что ну, почти все психосоматические расстройства.
Ну, многие можно снять. Если базу грамотно делать, многие. Но опять, это при живом хабарке, при клиров, это кто работает с клиром, то есть человек, который уже подошел терапию. И он уже чист сам. Таких людей еще немного. То есть такого терапевта найти, в основном они все сами глубоко больны. То есть по хабарту, как бы изначально, ты не имел права работать с другим, если ты сам не клир. Да? То есть не чист. Клир – это чист, чистота по-английски. Должен быть ясен сам. Но их нет. Вот когда система начинает множиться, то есть возникает пирамида. Да? Ученики, ученики учеников, ученики учеников, учеников, там, то на выходе мы имеем целую категорию людей, как бы оказывающих услуги, которые некомпетентны, они не имеют права это делать. И поэтому, но они указывают на Хаббарда, вот мы можем вылечить. Но этот Хаббард был по-своему гениален. То есть он, да, его терапия была успешной. И тут до определенного предела. Потому что он доходил до куда? Он доходил только до пренатального периода. То есть период, когда бы еще как, ну, женщина беременна, когда, да, так, снимала грамму, basic, как он говорит, первичная грамма. То есть первая грамма, первое впечатление, оно самое, ну, глубокое в психике, первая травма. И обычно он ее находил в период, когда ребенок еще в утробе находится. Но сейчас уже есть регрессионная терапия, и терапевты увидели, что, и оказывается, есть не только basic, там, да, этого периода пренатального. Оказывается, есть еще травмы прошлой жизни. То есть это можно ленту отматывать в бесконечность. И тогда эта терапия никогда не кончается, получается. Ты вечный клиент, это очень выгодно. Тебе много жизни было. И ребята пошли дальше, у них теперь бесконечное поле деятельности. Поэтому вопрос какой? Вопрос научить сознание, как действовать. Если мое сознание вот этим качеством клира, то есть я клир, да, не он клир, а я. Потому что когда у меня следующая грамма всплывет, его рядом может быть не будет. И у меня вариант какой? Или сидеть страдать, или бежать к нему на консультацию. А поэтому я должен сам это качество в себе найти. Когда возникает вот этот вот какой-то блок или напряжение или травма прошлого, я должен обладать тем качеством сознания, которое может ее синтегрировать сразу, прямо в любую жизнь. И тогда не важно, сколько их там, да, как только они поднимаются, я с ними в прямом режиме работаю, онлайн, срабатываю. И если они там лежат, меня не трогают, и слава богу, да, но если они поднимаются, я знаю, что с ними делать. Я, как бы я в себе нахожу вот этого внутреннего терапевта, целителя. И вот если он у меня есть, то я расслаблен, я не боюсь. Даже если я чего-то не знаю, да, я готов с этим встретиться. Когда оно возникнет, пожалуйста. То есть я верю в свой потенциал, я верю в свое качество, как бы свидетельствование и невовлеченности. И я знаю, что бы ни поднялось, я с этим, ну, смогу иметь дело. И вот если я так, в таком качестве нахожусь, тогда, ну, я свободен от всех вот этих вот историй с терапией. Но это качество, оно так дешево не дается, мне надо его развить. То есть, потому что я какова наша реальность? То, что-то всплывает, и я потрясен. Да, то есть я сидел, медитировал, я думал, я же просветлел. И потом какая-то ситуация, или какой-то внутренний там всплыл какой-то блок, и все моя вот эта ясность, разумность я под рукой снял. Я опять просто стал, ну, полностью невменяемым. И я за собой это знаю, я сам себя боюсь, получается. Я боюсь, а вдруг сейчас какая-то ситуация из снаружи или изнутри придет, и все будет разрушено, все, что я создавал в себе. То есть я в себе не уверен. И тогда я живу в страхе. А если я живу в страхе, то я начинаю защищаться. Я защищаюсь от внешнего, от внутреннего, я создаю какие-то стены, барьеры, там какие-то. Это если у меня имидж. А если я себе позволяю все, допустим, среагировать так, все эмоции я себе разрешаю. То есть я принимаю в себе все, что есть, и я допускаю любую ситуацию и любое самопроявление. Тогда проблема не снимается. Надо. Не, ну если так, то так. Такие люди, они, ну, как бы не дают запрос какой-то о терапии. Если человек все принимает и его все устраивает, то это, ну, в какой степени говорит или о состоянии здоровья, да, такого внутреннего, или о состоянии полного дебилизма. Это тоже. Полный идиот, это тоже все устраивает, они делают все, что хотят. Отличить одно от другого, это не одно и то же. Это же дело.
то когда кошка там писает на ковер, ее все устраивает. Без всякого чувства вины потом, никакого терапевта он не имеет. И если я считаю, что это верх вообще совершенства, поэтому есть вот эта тонкость, что есть состояние животного, он живет инстинктом. Там нет контроля. Поэтому они расслаблены животные. Они расслаблены животные. Вот некоторые индусы так живут, вот на востоке люди так живут. То есть, там, и дети рождаются там десятками, умирают тут же, там новые рождаются, и они расслаблены. Это положено в образ жизни. То есть они, ну, как бы, и говорят, о, какие они молодцы, там, ребенок умер, она расслабленная. Там еще 10 бегут. О чем будет есть завтра? Да я не знаю, там, что-нибудь поездку, но... То есть это одна расслабленность, это расслабленность как бы животного. Дальше идет цивилизация. Мы цивилизованы, это напряжение некоторое. У нас появляются какие-то нормы, мораль, там это все. Но этим мы говорим, что есть не только инстинкт, есть еще и некоторая интеллектуальная, ну, оценка жизни. А выше этого идет уже то, что называется разумом, высшим разумом. Да? То есть, который и не инстинкт, и не интеллект тоже. То есть он также расслаблен, как инстинкт, но он обладает разумом интеллекта. И это красиво, когда человек вот так. Не то, что вот я делаю то, что хочу, и это может быть животное поведение. Ты просто скатился до этого животного. И ты расслабился через это, потому что мы хотим расслабиться. И поэтому человек пьет алкоголь, да, он собственно как животное. Он снимает интеллектуально этот контроль, но он собственно животное. Или можно из этого напряжения подняться, но подъем сложнее. Я также расслабляюсь, но это расслабление нету контроля инстинктами меня. Там просто вот, там ситуация контролирует этот разум. Вот это красиво, когда Бог контролирует ситуацию. И он расслаблен, Бог расслаблен. И в то же время он мудр. Животное, оно расслаблено, и в нем нет мудрости, в нем есть просто мудрость инстинкта. То есть я предаюсь не инстинктам, я предаюсь высшим. Ну да, это выше, выше. Я в себе так принимаю. Принимаюсь. Да. А чтобы, да, чтобы этому предаться, нужно это открыть, активизировать себе. Это должно во мне начать работать. Потому что обычно я, когда есть какая-то провокация, у меня я реагирую или умом, или инстинктом. Все. А во мне же есть что-то сила. Вот я хочу, чтобы люди, эта сила появилась, ну, активизировалась. А что она латентна? Она спит на самом деле. Поэтому если мы обрасываем интеллект, были общества, которые пытались обрасывать интеллект, и возникала пострадавшая, животного жизни. Они думали, что сейчас мы обрасываем интеллект, и... И получается удивительная вещь, что общество балансирует между анархией и диктатурой. Вот так общество обычных людей, если нет разума. Вот я как-то видел круглый стол по телевизору, там показывают, политики сидят. Это они общались, что делать вообще. Что если дать людям делать то, что они хотят полностью, то получает хаос в государстве, реальный хаос. Если начать как бы этот хаос ликвидировать, то возникает диктатура. И они бились, и вот я видел, два часа, умные люди, то есть какие-то президенты, политики, деятели культуры, и они ничего не могли, ну, просто, никакого алгоритма, потому что они приходили к диктатуре или к анархии. Единственное, что меня удивило, что никто не поднял вопрос о том, что с тем человеком, ну, с тем уровнем развития индивидуума, который есть, ничего другого и быть не может. Что если вы хотите найти решение вот этой проблемы, как избежать диктатуры, не придя к анархии, и избежать анархии, не придя к диктатуре, вы должны изменить индивидуума. То, о чем все мастера говорили. Что он должен обладать какими-то качествами, которые не позволяют ему при снятии диктатуры стать животным. Ну, прежде они должны были начать с себя, чтобы понять. Ну, это уже дальше. У них даже сама идея не возникла, изменение индивидуума. Как же можно менять индивидуума, да, если... В смысле, кого-то менять, если я не могу себя поменять. Да. Ну, вот этот момент. И, собственно, все мастера, и Оша, Кришнамурти, они говорили о том, что общество, ну все реформы, это все спекуляция. Люди те же, и просто под другими названиями будут одни и те же отношения. То есть, если вы не изменились, как вы это ни назовете, отношения будут строиться на вашем уровне, ну, психоэнергетики. Поэтому пока мы индивидуума не изменим, мы не можем говорить о какой, ну, альтернативной форме управления общества. И, ну, это то, что я с ним согласен, и вот небольшие коммуны, общины, вот, как экспериментальные, они показывают, что можно построить на других принципах отношения, но пока это в малых общинах, да, как бы реализовывается. Был проект Пуна, Пуна 2, там, Пуна. Ну, а вот реально, вот если вопрос о шрамах и вообще вот о таких проектах поставить конкретно, действительно ли суть вот, меняется, или это все как бы уходит в минимум,
вот эти же чувства зависти, злость, там, раздражительность, все, оно уходит в минимум по ашраму? Нет, на начальном этапе это все уходит в максимум. Или в максимум. То есть ашрам на начальном этапе. Люди, если я пришел в ашрам, это значит, что я стал святым. Я принес туда все, чем я живу. Более того, теперь еще это и не подавляю. Это все цветет пышным цветом. Единственное, чем ашрам отличается, то, что там мне помогают с этим работать. Это не осуждают, просто задавливают во мне, да? Эту злость, там, агрессию, не осуждают. А мне помогают это увидеть в себе, осознать, и помогают это убрать, не подавив, а просто действительно ликвидировать, трансформировать. Да. Вот в этом, собственно, смысл. Вот такой ашрам, да, на английском ашрам, эш, пепел. То есть сжигание. То есть я там сгораю. То есть вся фальшь, она сгорает. Там. То есть я в пепел превращаюсь. Все ложное, да, оно сгорает. Вот в этом смысле. Но это не просто, это должно быть мое согласие. То есть, потому что это болезнь. То есть люди думают, что это как фальшивая религия, она создает утешение человеку. То есть она его не меняет. Она его или утешает, или осуждает. И то, и другое, оно ничего не меняет вам. А изменения, они болезненные. То есть вообще признать то, что я ревную, что это не любовь, а ревность, да, что это там не теплота, там привязанность, да, то есть просто признать, это уже болезненно. А дальше с этим уже надо как-то еще и разбираться, но сейчас нужно это увидеть, признать. И люди, которые меня окружают, они могут или осуждать меня за это, да, как бы еще за так, или поддерживать, все-таки, но понять не в том смысле, что ничего, осталось быть не таким примем. Удобен такой, как у меня. Да, то есть в этом смысле принять, это не значит, что ты такой можешь быть, да? А принять в том, что тебе помогают меняться без осуждения. Но меняться помогает. Это как заповеди. Если мне дали заповеди, а я психоэнергически не соответствую. Не соответствую, да? Говорится, не ворую. Я вот вижу булочка и хочу его взять. Хочется мне. Я ничего сделать не могу, я чувствую, что это реальность. Вот моя реальность, да, что хочу эту булочку стыбить. А написано не ворую. У меня конфликт возникает, да, чему мне следовать? То есть я понял, что если я следую заповеди, я подавляю себя, и это осознаю. Если я не подавляю себя, я чувствую вину. Все. Так вопрос тогда, сделайте меня таким, чтобы мне не хотелось ее взять. Если мне предлагаете такую заповедь, то помогите мне соответствовать. Ну, если Иисус, допустим, эти заповеди дал, там, Моисей, но он, наверное, соответствовал ему, у меня не было конфликта. Он думал одно, а делал другое, он говорил. Он целостен был, точнее. Но я-то не Моисей. Я же виноват, что ли? Так если вы мне предлагаете эти, то помогите мне трансформироваться. Если вы мне просто запрещаете и при этом оставляете меня в таком виде, то получается, вы мне всю жизнь держите или на состоянии подавления, или на состоянии вины. Да, если я следую энергии, я виноват, если я следую тому, что говорят, я туда подавлю. Нет вариантов вообще. А чтобы трансформироваться, мне нужна какая-то школа, мне нужен какой-то процесс, какая-то алхимия. Что мне поможет в этом? Для этого ашрам создается в монастыре, это подлинное. А все-таки человека, действительно перевести на другой уровень. Чтобы было эталон. Да, чтобы это не лозунги были, а чтобы это был процесс. И это то, что предлагается. Потому что если мы пришли, послушали красивые слова, и вернулись к старому образу жизни. Теперь у нас еще и опять конфликт между тем, что мы слышали, как мы живем. Это же как приглашение скорее к тому, что если то, что я услышал, меня как-то захватило эмоционально, да, я поверю, что это действительно красиво, то следующий шаг я хочу, неформально этому соответствовать, неформально. И следующий шаг, это значит, я вхожу в какой-то процесс, это процесс изменения. И я ищу какую-то группу людей, которые, сообщество, они в этой группе просто легче, когда мы вместе это делаем. Я ищу какого-то мастера, может быть, который, имеет мудрость в этом процессе, да, то есть он мне помогает. И поэтому это Сангха, да, община, Будда, как мастер, и Дхарма, путь, да, практика. То есть, мне надо найти три аспекта. То есть людей, которые меня будут поддерживать в этом, моя референтная группа, плюс мастера, который мне будет помогать, просто как бы своим видением. И путь, который я должен сам сделать, это путь, как некоторая форма действия, практики. Первое, это мастер, наверное, да? Это всего оно в комплексе. Потому что если вы будете сидеть у мастера, ничего не делать сами, вообще ничего. Это вам надо быть очень чистым, есть такие люди. Они настолько чистые, что им достаточно просто ног сидеть у мастера и все.
Это должна быть такая частота, потому что это как инсайт. То есть, если я, допустим, отрицательный полюс, а вы положительный, да, и вы сели, и скрап и ток пошел, да, то есть, потому что заряд. Вот. Но если между нами есть диэлектрики, да, что такое диэлектрик? Это ваша защита, защита и защита. Никакой искры не происходит. А надо зайти, убрать эти слои, чтобы ток пошел, передача там, да? Потому что есть люди, если человек пришел в таком, если он без диэлектриков, то вот эта передача, как вы понимаете, да, это инсайт. Он по разорению сразу. Если это не происходит, говорит о том, что, возможно, требуется какая-то, ну, снять еще. А это уже делает человек, это мастер не делает. Потому что это уважение к вам. То есть, если с вами нет защиты, это как агрессия. Вы должны сами это сделать. Это как, ну, как секс. Если вас садят сорвать, там, изнасиловать, это, ну, как бы, одно, да, и когда вы сами разделились, это другое. Да, то есть, по-другому переживается просто. Процесс вроде бы один и тот же. Но переживание совершенно другое, и качество другое. Одно вас травмирует, а другое вас может раскрыть. И даже с мастером не будет вас срывать все эти защиты. Потому что вы почувствуете, что вас насилуют. Ну, даже Бог этого не делает. Даже Бог этого не делает, он это правда. Да, но он с вами флиртует, он вам предлагает. Поэтому, говорит, мастер, да, он должен быть харизматичен, чтобы вы, вам захотелось раздеться. Да, он показывает вам красоту вот этого процесса. Что когда вы оголены, да, вы максимально красивы. Что нечего прятать. Что это тут еще, ну, религия, они чем, ну, это как тоже тонкая форма была, ну как, программирована. Они внушили людям, что они внутри уродливы. И каждый пытается побольше на себя одеть, чтобы, потому что не дай Бог там увидит меня что-то. А мистики всегда, что там золото у вас внутри, у вас там, ну, свет, бриллиант. То раздеваетесь, вы что вообще? Чего прячете? И религии это просто перевернули. Ну, ортодоксия, формальная религия. Это как раз способ защитить, ну, как бы себя от того, чтобы люди начали исследовать. Потому что они боятся тех музыков, потому что кажется, там только, ну, некрасиво. Поэтому мы все время общаемся, мы все время закрываемся. И поэтому мы не позволяем другому увидеть свет в себе, и себе не позволяем в нем. Но одежды бывают, вот одежды бывают уродливые. И поэтому мы иногда боимся раздеваться, потому что у меня там майка, я ее не стирал, вот рубашку постирал, майку нет. Поэтому вот эта моя периферия, вот вообще должны видеть. Вот рубашка новая, а майка с дыркой. И носки, носки с дыркой, а ботинки новые. Поэтому раздеваться я не буду сегодня. Ну вот мы так, мы все там прячем, но а что делать, если мы хотим все-таки вот этот свет, да, который совсем без одежды, надо все снять. Если мне тело красивое, то если даже я должен показать рваную майку, да, ну я же должен снимать когда-то, но приходится все снимать. Да. Поэтому это болезненно, потому что иногда приходится снимать то, что нам не нравится. Поэтому очень важно научиться принимать себя, да, тут, ну, это явление, что очень. Это одна из базовых, перед тем, как вообще лезть внутрь, я должен какое-то качество выработать неосуждение себя, других. То есть, что бы я ни увидел, я должен, как бы, это не осуждать. Наверное, надо начинать как минимум с тела. Потому что все комплексы. Тут даже не важно с чего, главное начинать. Потому что, как бы, у всех есть какие-то комплексы, они зажимают человека. Конечно. Главное начать. Просто начать и почувствовать, что этот процесс дает удовольствие. Когда я расслабляюсь и раскрываюсь, это приятно. Вот купаться без одежды. Вот сначала я так наблюдал людей, в разных там этих, на юге, там, все, ну, разные. И видно, сначала человек, если он никогда без одежды не купался, он раздевается, и он, а потом вы не оденешь. Ты можешь сказать, слушай, ты мы уже не в том месте, потому что смотришь, я оденусь. Да, что? Он проникся, он пол жизни попался в одежду, он вообще не понимал, как это всем по-другому чувствуешь, там, вот, и это. И потом они в обратную сторону даже неадекватно, потому что действительно приятно. Так и здесь. То есть, и когда начинаю вот это снимать себя, я начинаю чувствовать себя свободнее, 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 по-другому снежно себя тоже занимаюсь. Но это вот, это требует, опять, почему группа, да, это, ну, община, самка там бывает. Потому что вся терапия, она должна происходить в максимально принимающей среде. То есть не только я должен еще и люди меня должны принять, потому что я открываюсь не только себе, для них учусь открываться.
Если на каждое открытие они там на меня навешивают кучу опять суждений, то как я буду открываться? Поэтому это искусство, это создать группу, там, как-то понять, что мы делаем общее дело, да, мы учимся, мы просто помогаем друг другу. Это большое дело, даже если там 10-20 человек соберутся, это уже, если они понимают, что они делают, и для чего они собрались. Это уже колоссально, даже если нет сильного ведущего, там, да, это как дружественная группа просто. Это уже большое дело. Я приезжаю, я когда даю какие-то фрагменты, да, я пытаюсь выстраивать в таком контексте взаимодействия. На вечерах, на семинаре. И потом я уезжаю, есть возможность просто продолжать. Ну, вместе собираться и дальше развивать эту тему. Потому что сейчас такая ситуация, что вы не можете жить все время рядом с мастером с каким-то. Ну, каждый там свои быть, семья, там, так. Четвертый путь. Вы получаете просто, ну, некоторые критерии, и дальше вы развиваете сами. Или он там в монастырь уходит. То есть тот вариант один. Или вы научились это сами делать, ну, как бы, двигаться сами, но с периодическими, вот, иногда какими-то фрагментами внешней помощи. Или это монастырская жизнь, да, или вас засасывают все это рутина, получается. Ну, а вот реализованный человек, что заставляет его идти в группы, создавать группы, ему уже ничего не надо, он сам реализован, он полон, что толкает? Ну, это целое, то, что и всех толкает. Просто реализован, он знает, что то, что толкает, оно не отличается от того, что толкается. Вот то же, что толкает алкоголика пить, то толкает реализованного вести группу. Та же самая сила. Просто алкоголик думает, что это он пьет, а реализованный знает, что это просто не так. Никакой разницы нет. Да, вообще-то никакой. То есть одна и та же потребность возникает. Одна и та же потребность возникает в ведении группы и в приеме алкоголя. Нет, потребности разные, а просто сила, которая их создает, она одна. Это одна и та же. Да. Это важно понять, что это одна сила проявляется в миллионах вариантов. Ну, все-таки что-то толкает. Ну конечно, если бы ничего не толкало, здесь бы как трупы. Посветленных бежали. Видите, как это лопа посветленных, мы в живых уходили. А что, если он что-то не толкает, чем он жить будет? А что-то толкает. Это важно понять, понимаете, что вот это, у нас очень много мифов о просветлении, что просветление – это конец всего. Нет, жизнь продолжается, мы же видим. То есть Будда 40 лет говорил. Многие мастера, Кришнамурти 40 лет говорил, 50. Скажите, пожалуйста, человек, который встал на путь, а то, о чем вы говорите, то есть отрываться, на чем должно основываться его ответственность? То есть, что должно двигать? Ну, двигать, наверное... Не всегда мастер рядом. Есть микрофон? Ну, это как, скорее, как влюбленность. Я это вижу, влюбленность. То есть, лучше двигаться не на страхе, вот есть движение на страхе, я боюсь чего-то и поэтому что делаю. А есть я что-то люблю, и поэтому я делаю. Вот. Все-таки более здоровое движение к Богу, это все-таки любить его. Ну, что-то влюбленность. В истину, в Бога, там, в себя, не знаю. Интерес к себе такой здоровый, да, вот я хочу знать себя. Потому что мне себе интересен. Это вот здоровая основа пути, движения. То есть это не жадность, не страх, это вот, ну, любовь. Но влюбиться как по собственному желанию невозможно. То есть это случается иногда. Но когда это случается, это очень красиво. То есть когда человек в поиске, потому что он живет этим, он любит это. Это не работа, это не вот я должен. Да. Это я хочу. Человек может встретиться на пути с трудностями. То есть с такой враждебностью и там сам работает. Ну да, если ты что-то любишь, то ты трудности преодолеваешь энергией любви. Да? То есть, если ты любишь человека и тебе с ним встретиться, к нему движешься. Не может быть такого, чтобы человек вполне любил. О, многократно. То есть все-таки есть опасность рождения по пути без мастера или без... Ну, конечно, конечно. Поэтому, в любом случае, понимаете, вы, когда вы уже зрелые, когда вы уже накувыркались в внутреннем поиске, набегались по кругам каким-то, замкнутым, вы начинаете понимать, что вот этот, ну, как бы, подростковый максимализм такой, я сам все сделаю, вообще все сам, он постепенно идет на ум. Понимаешь, что не все вещи ты сам можешь здесь, ну, как бы,
Понятно, увидите. И ты начинаешь искать, ну, как бы более мудрых наставников. Это нормально. Это как бы смирение, ты смиряешься, понимаешь, что нужно учиться. Если есть возможность, если есть у кого-то, это лучше делать. То есть есть две крайности. Первая крайность, что за меня все мастер сделает. Я вообще ничего делать не буду, просто в его ногах тут упаду, и все случится. Это очень редко происходит. И другая, это что я еще сделаю сам вообще, что сам. Это другая крайность, потому что тоже один из миллионов способен на своем потенциале все вот эти. И нужно постоянно передвигаться за мастера. Ну, как тебе позволяет, я допустим, в своей в жизни, сколько вот у меня было возможностей, я все использовал. Я в Индию специально поехал, там по Индии ездил. Я передвигался, раз то, о чем мы говорим. Потому что я в какой-то момент после там, где-то 12-13 лет, вот очень-очень, я там всю жизнь, все эти годы просто практиковал, за дня в день просто неприятно, я даже этим и занимался. И через 13 лет я понял, что мне надо как кого-то еще живого, потому что не хватает мне своего потенциала. Не могу, да, делая все, что я могу, все равно не могу. И все. И мне это просто как факт было, это не теория, ничего. Я понял, что мне надо куда-то ехать, потому что... И все, и мне пришлось ехать. Я никого не спрашивал, потому что я просто уперся в это, и для меня это было очевидность. И какие-то эти встречи, они что-то там, какие-то толчки мне дали. Да. Поэтому пока вы чувствуете, что вы сами двигаетесь сами. Но если есть возможность как-то со святыми какими-то людьми или с мистиками какое-то время проводить вместе, это одна из самых-самых поддерживающих факторов. Потому что это огонь. То есть то, что вы делаете практики, это дрова слушайте, но их тот поджечь должен. Это поджечь дрова, это другой принцип вообще. Потому что горящие дрова и сухие, просто сухие, это не одно и то же. И если у меня целая паница сухих дров, нет спичек, то и что? Все равно должен кто-то загореться. Это вот, принцип, это как горение сознания, которое не спит. Да, вот оно горит все время. Оно не поглощено. И когда если вы путем своих практик достаточно сухие, вы подходите к кому-то, кто горит, это вам передается, и вы горите просто. Если вы не сухие, то вы дымите пока. То есть, это вся сушка идет. Поэтому Рамана Махарши, да, один из самых уважаемых святых людей. Он говорил, когда спрашивали, говорит, а какие, что можно делать, чтобы реализоваться, какие формы усилия? Он говорит, что. Ну, я только два выделить, это самоисследование, то есть если кто я, и общество святых. Говорит. Но это больше, если говорит, много миллионов других форм, но я только две выделяю. То есть самоисследование без общества святых все-таки возможно? Конечно. Но лучше, если есть два фактора, да, которые можно использовать, лучше два использовать. Если есть только один, лучше один. Чем ни одного, в том смысле. А относите ли вы себя к святым? Я никому не отношу, потому что относить себя к кому-либо, это еще одна форма святого, то есть у него на лбу, конечно, не написано, что он святой, как его определить? Как, каким-то седьмым, шестым чувством? Ну, фактически седьмым, шестым чувством, да. А у святого тень бывает. Ночью нет. Ночью все святые. Когда спят, лицо по стене, все святые. А сколько вам было лет, когда вы почувствовали, что на самом деле существует другая реальность, которую вы стремитесь? Мне было около 21, и это почувствовал, это мягко сказано. Меня просто перепрограммировало полностью. Да. Ну просто меня взяли и стали по разным этим мирам просто таскать. И вообще ничего не объясняю просто. Может хоть какой-то опыт расскажешь? Да. Интересно, ваша первая встреча, вообще как в вашей жизни, в каком виде Оша первый раз в него информация об Оше? Первое, самое первое, что я помню, это еще даже я потом уже понял, это когда я в 85-м году включил телевизор, новости, и там говорили об Америке тоталитарной, и показывали, что вот видите, что они делают с хорошими людьми, там можно в наручниках. Америки в 85-м году.
А наши средства массовой информации, ну они пику всегда хотят. Вот американцы, видите, какие они плохие ребята. У них хоть демократии нет. Реклама сделали хорошо. Вот, да, вот так я первый раз его увидел. Но тогда я никак не пощадил. Тогда никакой резонанса не случилось. Я, собственно, почувствовал ложь и всю эту мистическую историю со многими мастерами. Стал просто, потом чувствовать. И я их безошибочно выделял. А после вот собственных опытов изменился, когда меня провели по всем этим, у меня появился какой-то индикатор. До этого я, у меня не было такого. Сейчас просто само что-то сделали и все. И в этом смысле это, понимаете, сложно, потому что тут нету как бы... Я знаю, что большинство людей, у них нету вот этого опыта. То есть вот те, у кого есть, люди, которые там самоатхилисары, клиническую смерть хотя бы испытали там, раз, два, три. У меня есть люди, которые там по три раза в клинической смерти были знакомы. А у них вот этот индикатор появляется, потому что у них появляется какое-то место, которое начинает чувствовать такое другое измерение. Они вот этим местом. А обычно людей оно спит просто. Они просто, ну, как, вообще не понятно, о чем говорят, как философия. Но вот у меня когда это произошло, я начал чувствовать очень явно, очень четко. Я ни разу не ошибся, я сколько себя проверял, я никогда на лже-учителей не попадал после этого. А вы видели святого человека? Ну да, неоднократно. Есть здесь или в Индии? В Индии. И вот как, чем отличается нас? Ну сразу, что можно? Для себя я отмечал, но каждый по-своему. Общение вот так вот видишь, общаешься с ним. Что мы будем? Да, они, это просто, понимаете, чувство. Люди не несут самоутверждения, то есть люди скромные, они скромные. То есть при всем, даже Сай Баба, я вижу, что он очень скромный. Да, при всех своих там петитхах, там, но он... Свободный, да? Свободный, нет чувства вот этого делателя. То есть они делают, действия случаются, и видно, что человек не делает, внутри нет вот этого «я делаю». То есть это просто происходит, безличностный процесс, это переживание. Даже, какие-то такие факторы. Нет чувства, создания образа, да, ты видишь, он не создает образ для тебя, ну хоть специально для тебя образ. Не хочет тебе понравиться там или не понравиться. Там, просто. Проводник. Но внешне они проявляются как психоэмоционально по-разному. Но это качество вот этого безличностности такой и простоты, вот внутренней скромности, оно всегда оно очень видно. А как можно отличить лжеучителя от нелжеучителя? Пока вы какой-то внутренней зрелости не достигнете, это почти невозможно. То есть это просто заниматься собой, развивать внутреннюю честность и вот это осознавание, что называется, наблюдение за собой. И если вы в себе видите какие-то фальшивые вещи, да, и признаете их, то в другом вы тоже будете видеть. Человек может быть умнее вас, но если вы честнее, чем он, вы его просчитаете. То есть просто на индикаторе. Вы почувствуете, что он вас просто обманывает, не потому, что вы вычислили интеллектуально, а вы просто по вибрации. На этом уровне много опасности, нельзя ли ошибиться? Можно, но опять вариантов нету. То есть приходится искать, ошибаться где-то, опять искать. Нет гарантии. Это как и нигде нет гарантии. Даже когда вы там женитесь, нет гарантии, что вы всю жизнь проживете вместе. Что, не жениться, что ли, никогда? Так и с мастерами. Это те же самые отношения. Вы вступаете в отношения, но вы никогда не знаете, чем они закончатся. Может быть, после медового месяца будет большой скандал. И он может быть потому, что мастер оказался не тот, а может быть потому, что вы не готовы к мастеру, да, что вы не хотите, чтобы вам правду в глаза говорили. Вы хотите, чтобы мастер ваш имидж поддерживал. Да, то есть, чего вы хотите, во-первых? Потому что когда вы идете к мастеру, вы идете, по сути, умирать, разрушаться. Как то, что, образ. Да, остается то, что не может быть разрушено. То есть мастер не дает, он больше как бы отбирает. Отбирает всю вот эту вот ложную самоидентификацию. Если вы в нее верите, то он кажется, что он как бы вас разрушает. Потому что вы с этим идентифицированы. И это может быть. Поэтому все очень непросто, действительно. Но если человек искренний, вот, если импульс идет из очень правильного места, то тогда, как правило, разочарование не происходит, если мастер не стоишь. То есть, вот это чем мы ищем? Мы можем из ума искать, да, из жадности, можем из любопытства искать.
А можем эссенцию, так называется. Вот те, кто эссенцию ищут, а у них как бы это как магия. От Софьи говорили, что железо притягивается к магниту, а солома к янтарю. Да? То есть, что, кто, кем ты являешься, тому ты притянешься. Да? Если ты солома, то к янтарю. А если железо, то к магниту. Поэтому я так вот вижу. А вот во второй вопрос, может быть, вы опишите один из своих опытов в процессе самопознания? Еще такой момент вы сказали, что вас туда провели или протащили, как-то так было. Мне так переживалось. Какой-то третий фактор упоминали, это что значит? А? Какой-то третий фактор упоминали, это что, кто-то, что-то еще. Ну, это как сила, можно сказать, она... Я бы, ну, как я возражаю, безличностный аспект. У меня были, ну, такие, ну, как встречи с персонализированные в таком не физическом плане, с сущностями, ну, каким-то, не люди. Но весь процесс, он курируется, как я, ну, вижу, силой, которая универсальна. И вот то, с чего у меня началось, оно имело характер больше такой универсальности, то есть как силы. Хотя вот в этом присутствовал такой персонаж, я не знаю, что это, кто он был, он как круглый шар такой, с котом таким, черным. Но это не кот, просто круглый сгусток энергии, но он живой. Вот он со мной бегал по мне, взаимодействовал. И он ко мне много лет, ну, приходил, я его чувствовал. То есть он кинестетически как бы, на биополе работал. Вот. Я с ним боялся, воевал одно время, пытался прогонять. Это по-разному, что он представлял. Вот. Но это один из персонажей, просто из, как бы, не из этой реальности физической. А, но основные процессы, они шли как просто потоки силы, энергии. И они смещали восприятие в просто другие зоны. То есть, ну, как это, этот мир исчезает, но появляется, ты не спишь. То есть ты осознаешь себя абсолютно ясно. И чувство «я существую» — это мострее. То есть, вот это состояние, как мы сейчас себя чувствуем, я живой, оно как сон воспринимается. То есть там оно более интенсивно. Поэтому, ну, коллеги, возможно, ты спал, это, ну, смешно. Потому что, когда мы спим, у нас чувство «я существую», оно приглушено. Это не так просто чувствуем, что мы живые. Именно поэтому во сне вы не можете спросить, кто я там и так далее. А в измененном сознании у вас чувство «я живой», оно очень яркое может быть. То есть абсолютно, это просто... И там определенные свои пласты, и хорошие, и плохие есть. Да, это что это происходило. Но я это практически не включаю, я тогда ничем не занимался почти. Я немножко там цигунами ушел занимался, и к стандарту там начал, кстати, даже позже я столкнулся. Вообще ничего почти не было. Я услышал, что есть какой-то информационный эфир, к которому можно подключиться. И у меня такая идея, ну, надо, значит, надо подключиться. Я не знаю, как подключаться. В автобусе услышал, там друзья разговаривали. И я, у меня было намерение подключиться, но я не знал как. И вот меня подключили. И вот это подключение на 4 месяца длилось. Это то, что Розумира читал Дмитрия Андреева. Это все это дело там. И вот я много из этого смотрел. И то, что Кастанеда потом, я книгу читал. Позже. Mm-hmm. Я позже читал, с точки зрения, он придумал или нет, потому что я знал, что там, если Сильный придумал, где-то вот эти ляпы. Но это было только начало. Самое интересное, для меня это не было концом, это было только начало. Это была рекламная пауза вообще. И потом 17 лет было вот этого просто полного погружения в то вообще, что это было, вообще, кто я во всем этом и так далее. И не почувствовал, я сразу просветленным стал после этого. Людей бывает какой-то опыт, там в глазах посверкало, и уже, о, это посветление, да. У меня много чего было, но я никогда не чувствовал, почему? Потому что есть чувство, что что-то не завершено, что это не конец. У меня всегда это было, это мне не давало остановиться. У меня опыт самадхи был, это настроение в свете, вселенная в свете настроение. Нет ничего, ты свет, все, чистый свет. Нет времени, нет пространства, нет тела, нет. А ты есть. И во всем этом величие, вообще славится. Да? А потом ты опять собираешься и чувствуешь, что вот это. Ну ничего не себе. Я не чувствую, что это просветление. Потому что после этого у меня осталось чувство, что я здесь что-то упускаю. Даже.
То, что называется у нас концом, это вот, когда тебя освобождают от поиска. То есть ты понимаешь, это полностью исполнено, полностью. Все, здесь больше нечего искать. Даже это ты не можешь сам сделать. Не можешь решить, я заканчиваю. Это не компетенция. То есть пока есть поиск, ты можешь только искать все. С большей или меньшей степенью тотальности. Ты не можешь остановить это. Ты можешь быть в этом просто более целостным или более фрагментарным. Я в этом абсолютно не стал себе совершенно целостным. Да? Я всего себя вот на алтарь в этом положил. Поэтому, когда у меня вот это вот убрали, я очень странно себя чувствовал. Я вообще не понимаю, что там происходит. Мне ни Бог, ни просветление писать нужно вообще. Я не понимаю, что случилось. У вас вопрос есть у самого мастера? Нет. У меня даже не было еще в период поиска, так я уже все. Не святой тогда человек? Или как это там? Я нет, не хочу определяться. Вы можете сами, как любую этикетку. Я соглашусь с тобой. Если негодяй, то негодяй. Если... Это... Ну, да, это согласен. Я знаете, как людям говорю, я тот, кто, кем вы меня видите, а так и есть. Я для вас тот, кем вы меня видите. Но тот, кто я на самом деле. Вы этого видеть не можете. И вы это не можете определить. Так как и я знаю, что вы не определены. Вы тайна, которую нельзя определить. Я к вам так и отношусь. Ну, да. Я никогда вас не буду определять базово. Но поиграть в какие-то роли мы можем. Но для меня вы всегда будете вот это вот таинство. Вот я всегда это помню. Ну, каждый индивидуальный человек тайна. Правильно? Да. Тайна, которая проявляется вот индивидуально. Ну, а есть же, ну о чем сейчас говорит? Что у нас объединяет? Что у нас тут духовно связано? Как можете сейчас говорить, что ты для меня тайна? Если я, например, перед вами откроюсь, ну, как все? Ну, вы можете открыться. Ну, насколько возможно откроюсь вот так, ну, все равно за этим что-то еще. Конечно, поэтому это и есть тайна. Ну, например, я себе вот не позволяю, например, что-то ну, неправильно вот там. Вы разве не можете мне уже довериться? Ну, например, я вот хочу довериться вам. Тогда он для меня тоже сам остается занавес, да, такой. Знаете, вот если говорить о доверии, оно случается, как любовь. То есть это не волевой акт. Я не могу решить, может, вам доверять. Ну это вопрос, может, на таком низком уровне, но просто для меня это вопрос. Доверие? Ну, скажите, вот сейчас я что говорю, какой вопрос задаю. Ну, вы несколько таких моментов затронули просто. Вот. Вопрос доверия, он просто происходит. Это когда мы какое-то время взаимодействуем, то оно просто возникает, это доверие. Ну, люди возникают. Ну, доверие и разочарование это как? Нет, разочарование это если я как раз что-то ожидаю от вас, я могу разочароваться. Если у меня есть какие-то планы на вас. Допустим, что вы просветлеете, что мы не надо, а вы не просветлеете. Я буду разочарован просто. Вот. Но у меня уже давно таких планов ни на кого нет. То есть не хочешь разочаровываться, не очаровывайся. Очаровываться. Да. Мы же любим очаровываться. Мы любим создавать мифы о человеке. Да. Поэтому. Ну, если человек хочет поиграть в эту игру, он может играть. Я просто наигрался уже. Очарование, разочарование. Это как, пока человек не наигрался, его ну, отнимать игрушку жестоко. Пусть играется. Но есть момент, когда мы вырастаем с каких-то игрушек. Они просто сами уходят. Но есть игрушки эмоциональные. И человек, когда зрелым становится, то часть игрушек вот этих, они исчезают из игрушек. Манипуляции, все эти вкладки. Очароваться, а потом... У вас есть дети? Нет. Ну, я с детьми много взаимодействовал, я работал с детьми. Читали вы Майкла Ньютона «Путешествие души и предназначение да, души»? Как вы к этому относитесь? Ну, на мой взгляд, он такой честный терапевт и пишет то, что есть, ничего не придумывает. То, что он мне этим понравился. И то, что он пишет, это имеет место быть. Но Ньютону показали только кусок, не все. То есть то, что он пишет, как ему показали. Но ему показали только сливки. Да, там фрагмент. Потому что все не так шоколадно. Есть другие нюансы, есть другие моменты. И просто
Ньютон хорошего можно почитать, но просто понимаешь, что это не вся история вот этого перехода. Есть теософы, есть тибетцы, и они это гораздо более объемно освещают. Там есть много таких других миров. То есть есть ад, как объективная реальность? Есть, это как области энергетические, да. И я просто говорю о этих областях. Нет. Тогда можно. То есть вот это, куда движется сознание после того, как покидает тело, это очень сложные вещи. Это, знаете, там что-то... реально или нереально, вот как у Ньютона описывается, да? Куда движется сознание? Вот вы к этому как относитесь? Это реально, но это не вся реальность, это фрагмент реальности. Это как кто-то вам опишет, скажем, только Москву и скажет, это Россия. Это не Россия, это только Москва. Поэтому Ньютон написал просто фрагменты, это возможность. Вы можете попасть вот в эту историю, но можете совсем в другую попасть, ну, как сознание индивидуальное. Чего это зависит, кто куда попадает? Ну, очень много факторов. Самое главное называют васаны, ваши тенденции. То есть как ваш ум живет, потому что он формирует все это. То есть ваши желания, сознательные, подсознательные стремления, все это будет определять движение. Вы как магнит, вы притягиваетесь как магнит. Это уже предопределено все? Много связано с предопределенностью, но если вот у вас вот этот свет, свет Бога активизируется, он может эту предопределенность как бы изменить. Да. Потому что Бог никому не подчиняется. Если он просыпается в человеке, он может просто сделать вертикальный акт. То есть не горизонтальный из прошлого, а вертикальный. Вот это называется творчество, то есть действие, которое не связано с прошлым. Иногда даже в обычной жизни мы это действуем так. То есть художник, когда рисует, музыкант, да, он импровизирует. Это не из прошлого, это рождается в момент, это Бог через него. Да? Это не подчинено прошлому. Такое действие имеет определенную ауру, аромат. Когда человек действует просто из спонтанности абсолютной, то это красиво. Мы видим, что это, ну, в чем бы, что бы он ни делал, танец там или пение. Но если Бог спит, если это латентно, то все определяется только линией прошлого. То есть только прошлое во мне действует, потому что я сплю как сознание. И тогда реагирует только мозг, психика, все это реакции. То есть стимул реакции, стимул реакции. И представители так живут. Это просто автопилот полный. Еще при этом ощущение, что я что-то делаю. Это называется иллюзия. Все просто реакция. Понаблюдайте за своим умом, за своими реакциями. Это просто реакция. Вы действуете, как вы привыкли, как вас научили, воспитали. То есть действует ваше прошлое. Настоящее, когда действует, действует не вы. Индивидуума нет настоящего. Настоящего только есть тотальность. Она не имеет прошлого. Индивидуум – это прошлое. Если действую я, неважно, как действует моя генетика, мое воспитание, мои психологические травмы, вот это все действует, как я, как индивидуум. Но как настоящее действует только Бог, только целое. И это возможно, вот это, в этом потенциал. Если бы было только вот это прошлое, все было бы весьма печально. Вот это бы фатализм называется, фатализм. Все предопределено, все. Остается опустить руки и просто тупо по этому течению. Но если я понимаю, что есть вот эта вот возможность, да, возможность внести в жизнь даже творчество, которое экстатично, это экстаз. То есть музыкант или художник, когда рисует или танцует, он в экстазе, если он спонтанен. Это не просто не смотреть нравится на него, он сам экстаз получает. Если он начинает жить вот этим измерением, то экстатичен. Вот об этом Моша говорил. Это экстатично, это значит экстатично, вы празднуете. Но когда? Когда вы не подчинены прошлому, когда вы не машина. Машина не может праздновать. А мы стали машинами. Почему мы праздники не можем нормально праздновать? Как напиться просто. Потому что это машина уже. А это люди без алкоголя, они празднуют 24 часа в сутки. Мы потеряли способность. На Востоке еще часть народов еще сохранили ее. Но это можно восстановить, это важно. Это есть возрождение. Это людей там, я не знаю, нация. Скажите, пожалуйста, вот если, как говорят... Последний вопрос, мы сегодня закончим, еще завтра после времени. Если Бог — это любовь, то что такое ад? Хороший вопрос. Ад — это закрытие от этой любви. Когда вы закрыты от любви Бога, вы в аду находитесь. Когда вы задергиваете... Что такое солнце? Это солнце. Что такое тень? Когда вы занавески полностью задергиваете. Вот это вот темнота называется, тьма. Когда вы не хотите видеть, что жизнь – это любовь, и вы не видите, пожалуйста, шоры. Эти шоры – это наши амбиции, страхи, там, какие-то идеи, напряжения. Это все занавес.
Как быть закрытым, а от любви Бога это можно затягивать. Тем не менее, это же создается, это входит в божественное. Все входит. И я не против чего. Если кто-то выбирает ад, я не против. Если кто-то хочет что-то другое, я просто помогаю как-то пониманию. А вот то, что пишет в данной книге, что Иисус, Он не Бог. Есть еще Отец. Есть Иисус, а есть Отец. Ну да. Вот все сконцентрировались на Иисусе. Как он просвещенный, как он сам, например, что вот так он пишет. Как что еще раз? Ну, что Христос Иисус, это учитель. Да. Мастер. Он такой же просветленный, как Ошо сам. Ну, понимаете, есть тело, да, тело. Тело, а это просто тело. Есть тело Ошо, тело Христа, Иисуса. Значит. Есть пробужденное сознание. Пробужденное сознание называется Христовым. То есть, если внутри вас сознание пробуждено, это есть Христос. Если оно не пробуждено, то своего Отца не знает и не славит. Такое сознание называется Адамом или блудным сыном, оно страдает по сансаре. Это одно и то же сознание. То есть Христос – это уровень бытия. То есть бытие, которое знает Отца, источник бытия, первичную силу, оно является Христовым. Бытие, которое забыло, да, вот Отца, и вовлекается, отождествляется с телом, допустим, такое – это как бы падение. Это Христос, который падает, Адам, который из рая падает. В знание, да, в знание. Всегда плод знания чем-то становится. Я теперь знаю, кто я. Я Вася. Да, это падение Адама, падение сознания. Поэтому есть тело, да, вот Оша и Иисус. Есть сознание, это Христос. Логос там, да, слово. И есть Отец, то есть первичная сила, И Бог невыразимый. Вот как бы три уровня. Поэтому в этом контексте очень мало христиан вообще понимают Христа. Это мистическое христианство. Есть святые, которые все это описывали, все эти аспекты. Вот, ну, может, о них потом поговорим, если будет интересно. Ну, что сам Богу как шел? Ну, он это описывает. У него есть несколько книг. Вот «Проблески золотого детства», хорошая книга. Как называется? «Проблески золотого детства». Это он о себе рассказывает, Оша сам. И есть книга «Автобиография неправильного мистика», тоже на себе рассказывает. Ну, можно почитать просто там, что-то более. Очень хорошая, красивая книга, понравится. А еще кого посоветуете почитать? А? Еще кого посоветуете почитать? Помимо... Но у меня на сайте есть раздел «Литература» называется. И там я где-то выложил 25-30 мастеров, которые мне понравились, начиная от современных, кончая там Лао Цзи, древними. Из разных традиций, там тибетской, христианской, суфийской, ну такой как бы мозаика такая. И они все есть на русском языке, эти книги. То есть можете вот оттуда брать любого мастера и читать. Это вот мастера, которых я просто, ну как, это не просто мастера, они еще гениальны. Они еще могли выражать себя через слово, просто очень красиво. И я там просто таких людей выкладывал, когда находил. Хорошо, спасибо. Как-то такая живая аудитория. Завтра приходите. И мы завтра тогда уже по семинару поговорим, потому что на выходные, в субботу, воскресенье, можно будет пожить вместе, такой небольшой коммуной. Смотрите, смотрите.